Всемирный форум, молодежный вклад студентов, преподавателей, вузов в реализацию целей устойчивого развития, которые весь мир принял до 30-го года. Здесь, я так понимаю, приветствую мою аудиторию из будущих экологов. Да. Экологи? Все-таки немного поговорили. Что такое ЦУ? Как вы можете в этом принимать участие? Знаете, это необыкновенная, скажем так, процедура, если вы сегодня, послушав наших лидеров, лидеров мнения, у нас, потому что среди нас находятся самые известные люди Казахстана, которые помогают преобразовать наш мир. Вы тоже будете преобразователем мира, если после этой сессии вдохновитесь, поверите в себя и скажете, так это тоже я могу. И я хочу жить в лучшем мире. И ближайшие 10 лет для вас будут шикарным стартом того, чтобы действительно постараться поменять мир. Вы уже на этой первой ступени. А почему вы на первой ступени? Потому что вы экологи, будущие экологи, потому что цели устойчивого развития – это, знаете, классный, хороший инструмент, прежде всего для экологов, чтобы вместе с вами мы поменяли мир к лучшему. Итак, среди наших высоких гостей Айгуль Сагадибековна Соловьева. Давайте мы поаплодируем. Она руководитель одной из самых ведущих, которая собрала всех экологов страны, Ассоциация экологических организаций Казахстана. Она вас поприветствует тоже. Еще раз поприветствуем. Она депутат двух созывов Казахстана, вы помните, одна из самых активных народных депутатов, прослышав в то время. И сегодня, когда ее встречают в регионах, говорят, Айгуль Сагадибековна, вас не хватает в парламенте, чтобы голос народа был слышен, и на него реагировали. И поэтому сегодня такая персона среди вас, и тоже будет призывать, чтобы вы были самыми отменными, отличными экологами Казахстана в будущем. Следующий, одна из самых известных личностей, и сегодня он специализируется как международный эксперт по устойчивому развитию, Булат Исейкин. Пожалуйста, недавно только была сессия, вернее, международный форум в Алматы. И когда он обратился, в этом зале никого не осталось равнодушным. Все хотели тут же взять, стать в ряды посланников, в ряды сторонников цели устойчивого развития. И мы очень надеемся, что после его выступления вы точно не останетесь равнодушными. Среди наших гостей сегодня два замечательных человека, которые последние 15 лет улучшают экологию планеты, можно сказать. Планеты в такой маленьком части, а для страны, я считаю, что это большая инициатива, наш Юрий Гашек, Галина Брау. Галина Брау, они последние 15 лет в голой степи, где нет ничего, высадили лес 20 гектаров. И недавно взяла еще 65 гектаров. Люди, на которых нет миллионов денег, нет огромных материальных ресурсов, но есть огромное желание украсить эту землю. И это им очень удается. И своим примером они заражают молодежь Павлодара. И мы хотим, чтобы их примером заразились и вы, будущие экологи, когда вы будете работать в предприятиях крупнейших промышленных, вы непременно будете говорить, давайте будем красоту творить на земле сегодня и сейчас. И первое, что это можно сделать, это посадить леса, деревья. Среди нас есть наши молодые лидеры ЦУР, которых мы пригласили, потому что они по своим этим направлениям ЦУР, о которых мы сейчас будет шикарная презентация, вы увидите, они, наши молодые люди-лидеры, которых мы пригласили, они уже развивают те или иные цели. Мы их пригласили, они оказали нам честь стать посланием ЦУР каждой. Вот среди нас Амир Сулейменов, вы его знаете. Он открыл необыкновенную интернет-школу и посвящает наших молодых людей и немолодых тому, чтобы правильно управлять интернетом и двигать один из таких классных его достижений. Селяне, на окраине проживающие городские жители, если они производят что-то, могут благодаря прошедшей этой школе непременно свою продукцию ознакомить всю страну. Вот такая классная возможность, которую он предлагает, находясь в кресле, всей стране, и этим пользуются. Давайте поаплодируем ему. Тур номер 10 он у нас. У нас здесь есть Асель БМК.
Тиганова. Поднимись, пожалуйста. Она прилетела сегодня с Алматы. Так что все тюлени Каспия знают лицо. И она каждого Каспия тюлени знает лицо. И она об этом расскажет. Это необыкновенная дружба того, как можно морских животных любить. Вроде пучина, вода, море. Как можно каждого узнать? И об этих секретах она расскажет. И скажет, как вы каждый из вас может вот так, любя деревья, животных, действительно помогать преображаться этому миру. У нас есть Рамазанова Мархабат. Она занимается, она осели, если Сур 15, Мархабат Сур 4, занимается образованием, инклюзивным образованием. Об этом она расскажет. Я так думаю, я всех наших... Рафаэль, как же могла золотого нашего парня не представить? Рафаэль Гасанов. Он, благодаря тому, что представляет СУР-16, правосудие, открытое общество, он точно гроза нынешних чиновников недобросовестных, которые, находясь в столь юном возрасте, очень классно представляет желания, вопросы, проблемы населения в ЦОНах, других, вот все, что население встречается, да, паспортные столы, справки, медицина, здравоохранение, образование, где мы видим барьеры определенные для простых граждан, он там. И сразу помогает решать эти проблемные вопросы. Посмотрите, столь какой юный возраст, и какой он у нас такой аккуратненький. Поднимись, пожалуйста, еще раз. Я очень хотела бы, чтобы за него вы поаплодировали и обязательно послушали, как в столь юном возрасте, зная классно права, к чему вас призываем, можно защищать и свои права, и права граждан. Поэтому вот такая команда у нас, 17 целых наших лидеров, которые будут вас призывать к тому, что вместе можем преображать этот мир, потому что классно есть у нас в руках повестка до 30-го года, которая призывает все сообщество, а особенно взрослые поколения или, скажем так, лидеры ООН, Организации Объединенных Наций, создали специальную программу в прошлом году «Молодежь до 30-го года» и призывает молодежь всех стран стать самыми активными гражданами своих стран. И мы для этого создали у нас в стране общественный институт ЦУР Казахстана. И хотим, чтобы вы все, и предлагаем, вернее, вам всем стать участниками этой удивительной платформы. А это действительно удивительная платформа. Вступив в нее, вы станете чуть лучше, чуть сильнее, чуть амбициознее. Лидерами точно по духу вы можете стать. Итак, первая презентация обо всем этом. Лизат Кожетаевне предоставляю, чтобы она погрузила в этот мир посланников ЦУР, и вы увидели себя в этой презентации. Добрый день, дорогие студенты. Очень рады вас видеть. Давайте послушаем о том, что такое лидеры ЦУР и вообще что это такое. Итак, у нас идет целая неделя, которую мы посвятили, чтобы вовлечь молодежь в тематику ЦУР. Вот мы провели в двух школах, хотя эти школы гораздо больше у нас, но на этой неделе в двух школах тему интеграции ЦУР в образование. Провели экскурсию на мусороперерабатывающий завод, и вот Асель скоро расскажет о том, кто-то из вас был на мусороперерабатывающем заводе? Нет. Были, да? Другая группа. А, другая группа, ну, жаль, да? Вчера буквально были в детской онкологии, и вот Мархабат Рамазанова расскажет о том, как эта встреча прошла, какую мы там благотворительную акцию провели. Вчера у нас произошло еще такое интересное заседание книжного клуба «Финансовая грамотность как инструмент преодоления грамотности». И вот сегодня мы начинаем форум. Итак, знаете ли вы, что такое ЦУР? Поднимите руки, кто точно знает? И слышала раньше, до того, как Салтан Тимиркулова сказала про это. Да? Вообще, посмотрите, он тоже не думает, что это, знаете, не думает, что это какое-то умное, какое-то очень большое, серьезный документ. У них даже есть, посмотрите, вот лежит дяденька, видите, на планете, руководство для лентяев по спасению мира. Я всем предлагаю найти на сайте ООН это руководство и начать. И оказывается, даже лежа на диване, можно побороть нищету, можно победить неравенство и так далее. Пожалуйста, приглашаем на этот сайт, тоже узнаете об этом. Итак, уровень первый, который можно сделать, не вставая с дивана. Можно выключить свет? Можно делать бумажные квитанции? А когда в соцсетях вы видите какую-то очень важную проблему,
Вы просто смотрите, лайкаете или перепост делаете, еще и комментируете. Вот когда комментируете, вы активно свою позицию проявляете. И расскажите всем в социальных сетях. Мы сейчас объявим конкурс, и это вам как раз пригодится. Второе можно делать у себя дома. Вот я не знаю, сможем мы это или нет, вернуться к нашим бигудям и не сушить волосы феном. Но это как раз снижение углеродного следа, да? При стирке там и так далее, вот такие вещи. Читайте, да, ешьте меньше мяса. Я не знаю, как там казахам это сделать, но хотя бы давайте хотя бы раз в неделю, два раза в неделю. Потому что, да, мало того, острый ушиб, без салта желверек, да? Чтобы баклажаны выросли достаточно одного сезона. Ну и заменить старую технику. Есть еще 3-4 уровня, приглашаю на сайт, прочитайте. Итак, вот вопросы. Можно просто быстро протестировать. И здесь один такой вопрос. Знаете ли вы, что такое углеродный след? Нет. А? Кто знает? Вот если вы при покупке товаров обращаете внимание на то, кто производитель этого товара. Если вы поддерживаете своего отечественного, значит углеродный след уменьшился. Знаете почему? Потому что как минимум бензина меньше. Даже вот конференция, которая сейчас проходит в рамках ЦУР, если ты пролетел на самолете, один человек из 200, который в этом Боинге, ты должен минимум посадить 3 дерева, чтобы восстановить тот углеродный след, который ты оставил на земле, летя в этом самолете. Вот что такое углеродный след, понятно, да? Вся наша экономика, вот этот цвет, это все коричневая экономика. И поэтому она очень много приносит вреда нашей окружающей среде и так далее. То есть глобальные цели таким образом касаются каждого. Или это только для умных людей написано в ООН? Мы хотим увидеть, что касается всех. И вот, посмотрите, здесь тоже очень много вопросов. И вот детские подгузники, оказывается, представляете, 250-500 лет нужно, чтобы они всего лишь разложились. Может быть, откажемся от подгузников? Вот вы как раз первое поколение, наверное, которое выросло в подгузниках. Или нет? Цели устойчивого развития очень важны. Посмотрите, сам документ звучит очень красиво. Преобразование нашего мира. В целях устойчивого развития. Красиво? Мы же все гуманисты, мы верим, да, мы верим в сказки. Давайте прочитаем и эту сказку сделаем реальной жизнью. То есть это все умные слова, вы найдете, прочитаете. Вот мы создали общественный институт, тут цели, задачи, ожидаемые результаты. Да? Все на нашем сайте есть, можете найти, почитать, чтобы не привлекать. Вот мы 7 лет уже работаем с сельскими женщинами. И когда мы нашим женщинам предложили, слушайте, давайте, дорогие, вы так много делаете, давайте вы будете лидерами ЦУР. Они такие глаза, что вы такое для нас еще новое придумали? Тем не менее, вот мы в течение года с ними работали, и они уже как бы понимают, что лидером ЦУР может быть каждый человек. И сегодня вот Галина Браур, вот видите, цель 15-я, да, это борьба с изменением, сохранением экосистем, суши и так далее. И вот у нас есть 15 лидеров, молодых, красивых, амбициозных, смелых, это лидеры среди молодежи. Часть из них сегодня присутствует здесь. Я буду рада, что вы с каждым из них сможете познакомиться на нашем сайте, а сегодня есть возможность поговорить с ними лично. Итак, лидер номер один – ликвидация нищеты. Скажете, у нас в Казахстане нет нищеты. Но около 4 и выше процентов людей живут у нас за чертой бедности. Как может молодой человек повлиять на это? Ведь я готов проводить книжные клубы, и в том числе курсы по финансовой грамотности. Вы это можете сделать? Да? Таким образом, внося маленький свой кусочек в ликвидацию нищеты. Девиз, если вы есть, то будьте первыми, говорит он. Он выпускник вашего университета. Асхат Сулейменов сегодня тоже будет выступать. Лидер ЦУР номер 2. Это ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания. Как это он делает, вы узнаете на пленарном заседании. Сегодня после обеда он будет выступать на английском языке. Он тоже... У нас есть центр РАСА, я знаю, что... Ваша кафедра точно была в прошлом году. Там 35 зеленых технологий, которые помогают улучшать наше все вокруг. Молодая девушка, которая сегодня является аспиранткой университета знаменитого, стала обладателем стипендии, но еще работая молодым врачом, она открыла школу здоровья. И она считает, что сахарный диабет, он слишком стал молодеть и делать все, чтобы мы меньше болели и так далее. Вот такая у нас девушка видит ЦУ номер 3. Лидер ЦУ номер 4 сегодня перед вами выступит, не буду долго останавливаться. Вот вы видите все, что про нее, это все у нас есть на сайте. Цель номер 5 – гендерное равенство. Эта девушка вошла в 30 моложе 30 по версии Forbes. Представляете? 27 лет она одна из самых богатых девушек, молодых девушек Казахстана. И это она сделала своими руками.
Будучи студенткой, она уже зарабатывала, несколько стартапов запустила. И почему мы предложили стать лидером гендера? Да? Потому что, посмотрите, она на собственные деньги, собственная инициатива разработала систему дополнительного образования для девочек STEM. И она хочет и доказывать тем, то, что технологии, компьютер, робототехнику мальчикам и девочкам нужно давать немножко по-разному. И вот она об этом, поэтому такая есть интересная программа, которую мы, даст Бог, запустим, и мы будем, наша команда является менторами этого проекта. Плюс она добавила философии. Это будет наша национальная философия. И когда она говорила, давайте мы йогу туда добавим, я говорю, нет, давайте добавим казахскую гимнастику Айкуне. Знаете про нее? Пойдите, почитайте. Кто знает, молодцы. Диас Басиитов – это человек, которым мы гордимся. Молодой человек, который, посмотрите, сколько у него званий, да? Он учился за рубежом, он свободно владеет на английском. Вчера буквально я прошла его выступление на TEDx, солнцепоклонником его назвали, потому что он энергию солнца превращает для нас вот такой свет, да? Поэтому недорогостоящая и чистая энергия – это ЦУР номер 7, да? Все остальное, я думаю, вы можете почитать. Имен Аскеров тоже чуть попозже подойдет, вы, наверное, знаете, да? Он создал Гринтал, он создал школу социального предпринимательства в Казахстане, и в его центре работают разные люди. Он дает рабочие места даже для людей с психическими нарушениями здоровья. Тем самым говорят, что каждый имеет право на достойную работу и экономический рост. У вас будет возможность сегодня с ним пообщаться. Молодой человек из Атырау, посмотрите тоже сколько много, он неустанно создает какие-то очень интересные вещи. Посмотрите, как он создал генератор в форме дерева, и там еще в форме сот пчелы. То есть он даже внешне к этому еще подтягивает науку, и все получается очень замечательно у него. Мы его очень уважаем, вот он у нас был, презентовал свои проекты. Посмотрите, он предлагает решить вопрос экологически безопасного обеспечения электроэнергии, совершенно не тратясь на оплату коммунальных услуг. Классно же? И это можно сделать. Таким образом, мы будем делать зеленую экономику, которая почти бесплатная. Амир Сулейменов, будет счастье с ним тоже пообщаться, услышать его тоже много не буду, но мы его все очень любим, я думаю, его весь Казахстан сегодня любит. Принеси пользу обществу, делай, говорит папа. И он это делает, и делает это очень красиво, креативно и смело. Сауле Жантлесова – это открытие нашего форума сельских женщин. Городская девушка, работала везде в городе, но я работала в крупных городах, но такого развития достигла, когда приехала в родное село. Посмотрите, за один год она зарегистрировала ИП, открыла фитнес-группу, школу дополнительного образования в селе, стала председателем совета молодых женщин и так далее, и так далее. Съездила в Турцию, сейчас подала заявку, чтобы поехать в Германию. Молодая девчонка, 27 лет. Причем у нее есть маленький ребенок двухлетний. И она, посмотрите, смело идет, и мы ей предложили возглавить молодежное крыло нашего Аграрного союза сельских женщин Казахстана. Оксану Войскую тоже, возможно, многие знают. Она возглавляет крупное НПО уже много лет, «Женский луч». И она через НПО умудряется сэкономить 15 миллионов тенге, создавая зеленые рабочие места. Понимаете, да, вы экологи, что такое зеленые рабочие места, да? Создавая, обучая этому, привлекая волонтеров и так далее, и так далее. Вот такая у нас интересная девушка, тоже наш лидер. Асель Баймуканова. Даже говорить не буду, вы сейчас все будете очарованы ее выступлением, как она делает, что делает. Мы тоже ее очень любим. Посмотрите, у нее есть целый план, как сохранить единственного морского эндемика Казахстана. И когда мы впервые с ней познакомились, мы были, конечно, в восторге, и сейчас всячески стараемся ее поддерживать. Ее призыв – хочу объединить свои усилия с вашими и создать союз по сохранению не только одного вида, но и всего нашего дома. Мы все должны нести ответственность за землю, подаренную нам предками, а также передать будущему поколению для жизни без лишений и горечи. Я думаю, она посинсеется сама к вам так обратиться, я об этом за нее это вам говорю. Рафаэль, тоже только что его хорошо представили. Молодой человек, сегодня перед ним открываются все двери, все чиновники. Если знают, что это Рафаэль, значит, надо быть готовым ко всему. Да? И он у нас является заместителем председателя специальной мониторинговой группы по противодействию коррупции. Заразитесь от него этим. И давайте мы покончим, да, с бытовой коррупцией, в том числе и в ВУЗе. Ну, несколько примеров хотела привести. Это ваши мамы, возможно, ваши близкие родственники.
Эта удивительная женщина создала крестьянское хозяйство, и сегодня она создала 200 рабочих мест, бесплатно предоставляем жилье. Представляете? Обеспечивая социальными пакетами и так далее. Если вы хотите поехать в ЦИКО, в удивительно красивом месте это все находится, пожалуйста, ее ждут. Ей нужны рабочие руки, но смелые, чистые и трудолюбивые. Тоже интересно вам будет, да, колледж аграрный. Как только мы ей предложили, она действительно быстро перестроилась, на концепцию колледжа перестроила. В учебные программы она включила тему по ресурсосбережению и о влиянии сельского хозяйства на деградацию. У нее уже в колледже стена оформлена как ЦУР. У нее в колледже 17 групп, которые являются пропагандистами, каждый свою цель, она между ними сейчас цель мировая собирается устраивать и так далее. Предлагаю вам перенять этот опыт. Давайте экологи вы начнете. 17 групп экологов станут 17 лидерами ЦУР. И мы посмотрим, какая группа из вас самая сильная, которая готова. Причем вы должны понимать, что все цели взаимосвязаны. Не может быть только цель одна и только по ней работать. И вот Галина Браур тоже еще раз, да, посмотрите, какой был раньше земля в Павлодаре, какая она стала. И когда будет Юрий выступать, мы еще покажем вам ролик, который вот снят сверху. Это действительно удивительно. Вы там увидите сказку, сотворенную руками человека. И вот эта девушка тоже пример для вас. Она мама своих собственных детей. И она воспитала 7 детей, когда бросили клич в Алматинской области детских домов. Они с мужем пошли за 2 детьми, получилось взять 7. 7 национальностей в семье сейчас, и она единственная женщина в Казахстане, обладательница ордена Тюркского мира Мирбанана. Красиво? Причем она журналист, причем она эколог, агротуризм, она собирает деньги для детей с онкологическими заболеваниями, ДЦП и так далее, и так далее. Итак, что мы можем сделать? Первое – это повысить осведомленность. Только тот, кто знает, знает и может что-то делать, да? Многие люди до сих пор не знают отцу. Вы сегодня тоже убедились, что среди вас многие не знают, да? Давайте будем интегрировать тематику ЦУР каждый день в свою жизнь. То есть, если вы выключаете свет, вы уже с ЦУРом связаны, да? 25 сентября, вот мы в этом году тоже начали, создали аккаунт, и каждый день размещали очень много информации. Это для меня было удивительно, мы за месяц, у нас было 5000 посещений этого аккаунта. То есть, людям интересна эта тема, да? И вот проект «Молодые посланники ЦУР». Мы сегодня даем ему старт, да, положение тоже озвучим. Пожалуйста, вы должны через свою деятельность, через свои призывы, через свою активность в соцсетях говорить, что да, я готов говорить о ЦУР и призвать к этому своих минимум друзей, свое ближайшее окружение. А соцсети позволяют вам это делать по всему миру. Вот сделать 17 классов, там, 17 групп и так далее, стену оформить и так далее. И вот сегодня... Здесь идет первый молодежный форум в Казахстане. Присоединяйтесь, призываем мы все. Вот что мы делаем на нашем сайте. Посмотрите, Ди Каприо все знаете. Он у нас лидер ООН, да, по борьбе с изменением климата. И он это начал 24 года, представляете? И за это время он вложил 100 миллионов долларов ради спасения планеты. И у нас была возможность, да, Султати Гулна, с ним уже чуть ли не напрямую, с ним общается. У нас есть возможность пригласить его в Казахстан, и в частности, привлечь его к спасению наших поколений. Самая молодая обладательница Нобелевской премии, качественное образование, она говорит, что все девочки, да, в Пакистане тоже должны иметь право на образование. И настолько она активно проводила эту деятельность, что получила Нобелевскую премию. Есть вот такие картинки и так далее. Посмотрите, оказывается, уже 1,6 планеты требуется для восстановления ресурсов, которые мы уже израсходовали. Представляете? То есть мы заняли свою землю и все ресурсы уже у своих праправнуков. Если мы с сегодняшнего дня не начнем экономить воду, свет, углеродный свет и так далее, то я не знаю, где будут жить, в каких условиях наши потомки. Вот такие у нас уже есть вещи, посмотрите, самые интересные, самые разные баннеры. Вот наши лидеры ЦУР уже обращаются ко всем казахстанцам. То есть они уже поняли, что как это важно быть лидером ЦУР. Они через себя, через свое... не знаю, интеллектуальную свою составляющую, через сердце пропустили и сегодня обращаются ко всем казахстанцам. Давайте будем меняться. Это Аким сельского округа. И сегодня уже все село знает, что такое ЦУР, уже все вокруг тоже знают, она у нас такая активная. Вот про Ди Каприо как раз немножко, это наш вот сайт. Пожалуйста, приглашаем, на нашем сайте даже есть тест, что вы знаете о Парижском климатическом соглашении и так далее. Вот. Кто организовал это все, приглашаем, будьте с нами.
Видите, мы обучились, это не так просто. Я обучилась в российской школе, видите, получили даже благодарственное письмо и так далее. Узнали больше отцу? Кто готов участвовать в конкурсе молодых посланников ЦУС? Мы хотим до ООН довести, представляете вас? Не говоря уже о встречах с министрами и так далее, и так далее. Кто хочет быть в ООН? Все. Все? Ловим на слово. Спасибо. Итак, мы же, помните, мы вас призвали вступить, вначале сейчас все принять информацию, соизмерить свои возможности, желания. И если вас осенила гениальная мысль, все, что я делаю, оно сопрягается с этими удивительными целями, и я тоже могу стать преобразователем мира. И вот мы сейчас на первой ступени, повторюсь. И теперь с призывом о том, что можно себя верить и точно изменить мир, я приглашаю Айгуль Сагадибековну Соловьеву. Спасибо большое, Салтанат Сибукуловна. В первую очередь я хочу всех поприветствовать, выразить признательность руководству и преподавательскому составу вашего университета за то, что они предоставили такую прекрасную возможность сегодня пообщаться с молодежью и призвать их к тому или объяснить, и чтобы вы смогли осмыслить, что такое вообще цель устойчивого развития. Выразить благодарность организаторам, Салтанат Тимерхановна, лично вам, Селику Гурбековичу, потому что это настолько воодушевленно, приверженно и последовательно всегда работают над этой темой, что я думаю, что Казахстан скоро станет впереди планеты всей. Потому что такой всеохватывающий, всеобъемлющий формат имеет вот ваша работа. И то, что вы сегодня среди молодежи вот такой клуб создаете, да, или совет, или площадку, которая сможет вообще придать динамику и темп развитию ЦУР, я думаю, что это очень важно. Что такое ЦУР для меня? Я являюсь председателем Ассоциации экологических организаций Казахстана. И вот эти цели – это как раз то, чему стремится все человечество. И молодежь в первую очередь. Они, в принципе, для вас. Потому что у нас вначале были цели тысячелетия. Там, по-моему, 8 целей было, если я правильно помню. И мы, Казахстан, их выполнили. Вот теперь новая объединяющая идея и возможность интегрироваться в глобальный мир. Сегодня Лизат Кожетаевна показывала о том, что в 24 года, да, вот Ди Каприо начал заниматься, и сейчас он может спонсировать 100 миллионов для того, чтобы изменить мир. Я желаю, чтобы завтра я увидела вас на вот этом сайте, или, может быть, более другом сайте, где вы будете, как бы Ди Каприо уже вчерашний день станет, а вы будете новыми. Но для этого надо мыслить, инновировать, быть всегда в тренде, всегда стремиться к тому, чтобы работать на перспективу и двигаться вперед, и занимать те ниши, которые вы могли бы себя полностью реализовать. Вы знаете, сегодня вот Лежат Кожетаевна говорила о том, что вот кто знает, что такое углеродный след? Вот как раз наша ассоциация занимается парижскими соглашениями о том, чтобы мы снизили эти выбросы. Чем они опасны? Вы видите вот эти наводнения. У нас 40% ледников вот в городе Алмате, они уже ушли в город, их уже нет, они таяние снегов идет. Это будут катаклизмы, это будут катастрофы. Поэтому вот то, из чего состоят вот эти парниковые газы, человечество задумалось. Я как раз была, когда подписывали эти парижские соглашения, и вы знаете, там вышел президент одной страны, который живет на островах. И он сказал: вы знаете, я долго не хотел подписывать эти соглашения, потому что это обязательство, это надо делать что-то для того, чтобы их снизить. Но когда половина моего острова и моей страны ушли под землю, мне стало понятно, что если еще немножко задержаться в этом процессе, то у меня не будет страны, и я не буду президентом, мне негде будет руководить. Вот Казахстану тоже грозит засуха,
по некоторым расчетам, которые сделали наши ассоциации эксперты, они говорят, что через 15-25 лет у нас в Казахстане вообще может быть пустыня, и мы останемся без воды. И это очень серьезно. Это ваше. 10-15 лет я не знаю, где я буду. Ну, и от того, что, в принципе, возможно, несмотря на свой возраст, я всегда стараюсь всегда что-то знать новое и двигаться вперед и на перспективу. У меня есть возможность и не жить в Казахстане, но у нас другой родины нет. Поэтому мы должны все задуматься. И я вот начала говорить о низком углеродном следе. Я вот сидела и думала, кто умеет... Многие не знают, что такое углеродный след. А его же надо еще рассчитывать. Его же надо уметь понимать о том, что сколько... из-под кормет выбрасывает, сколько АНПЗ выбрасывает, сколько частный сектор, в котором мы топим, да, сколько машины. И вы знаете, это хорошая ниша для вас, на которую можно заработать деньги. Если вы станете настоящим экологическим сообществом, у нас будут в международном центре проходить семинары, мы туда будем приглашать международных экспертов, и вы можете научиться этому считать. Это кусок на полжизни, это вечный процесс. И вы можете работать с крупными предприятиями, приходить. Вот многие экономисты, бухгалтера, юристы. А сейчас есть эта ниша, где все мировое сообщество сосредоточилось на том, каким образом это нужно рассчитывать. Потому что леса выделяют, это, как бы поглощают углерод. Там нужно на каждый квадратный метр или квадратный газ знать, сколько они поглощают. И можно участвовать в бирже в торговой, где можно вот эти парниковые газы, на которых идет торговля. Поэтому у вас огромные перспективы. Я вас призываю к тому, чтобы вы могли сфокусироваться, сосредоточиться и быть более активными. Потому что если вы будете приверженцами всего этого, то вы тогда всегда найдете свою нишу. Поскольку что такое 17 целей? Это устойчивое развитие. А в неустойчивом мире, я вам как физхимик скажу, это всегда неопределенность. И я предлагаю вам как бы создать вокруг себя степень свободы, в которой вы можете свободно мыслить и выбирать себе то, что вам по душе. Но желательно, но оно, 17 целей, это такое всеобъемлющее, оно буквально затрагивает все. И экология – это сквозная тема. Поэтому найдите свою нишу и воспользуйтесь ту площадку, которую вот бескорыстно и безвозмездно предлагает Салтанат Темиркуловна со своей командой. И воспользуйтесь этими знаниями и будьте вместе для того, чтобы Казахстан завтра, его он услышали. И я уверена, что Салтанат Темиркуловна может это сделать. Спасибо большое. Спасибо, Айгуль Сагадибековна. Уважаемые коллеги, вот то, что призывала сейчас Айгуль Сагадибековна, это реально, знаете почему? Вы же, наверное, слышали, что у нас сейчас в стране идет обсуждение экологического кодекса. Так вот, его обсуждение... И возможное принятие на в следующем году – это большая заслуга экологической организации Казахстана, которую как раз возглавляет наша Айгуль Сагадибековна. И поэтому то, что она призвала вас последовать ее примеру. Стать в будущем такими хорошими экологами, которых с удовольствием через эту ассоциацию будут приглашать вас на работу. И то, что вас она призвала сейчас научиться методологии считать углеродный след – это одна из фишек, которую вы сегодня узнали. Нелли Успановна здесь же, да? Упановна, да, Нелли Упановна здесь. Я знаю, что она является одним из лучших вдохновителей для вас экологического факультета. Я думаю, Нелли Упановна, вы себе взяли на заметочку, да? О том, что нужно срочно сесть за калькулятор, считать углеродный след и через это им показать перспективу их будущей профессии. Вернее, их профессии, которые они владеют. Итак, следующее слово предоставляю нашему именитому эксперту, международнику, который принимал участие, наверное, во всех классных экологических инициативах нашей страны. Я не знаю, вы знаете или нет, еще в 2012 году весь мир узнал, что есть такая страна Казахстан, при которой миру предлагает одну из самых именитых экологических акций, мероприятий, или можно сказать документ, это переход каждой страны к зеленой экономике. И для этого был создан программа партнерства «Зеленый мост».
Так вот, Булат Камалбекович является одним из составителей этой грандиозной программы. И наша страна имеет концепцию перехода к зеленой экономике, которая тоже хотела бы, Нелли Ульфановна, предложить, чтобы наши ребята побольше его изучили и стали его сторонниками. Так как есть официальный документ, и чему страшно завидуют наши соседи, потому что ни в России, ни в Узбекистане, ни в Кыргызстане, ни в этих странах нет такой концепции официального документа перехода страны к зеленой экономике. Булат Камалбекович, пожалуйста. Спасибо за приглашение. Я откликнулся, потому что я считаю, что очень важно встречаться с молодежью, с студентами, потому что цель устойчивого развития – это как раз о вас. Потому что 30-й год – это то мир, в котором вы будете жить, и как он будет создаваться, во многом будет защищать вас. Я работал, наверное, был первым национальным координатором по устойчивому развитию Казахстана 1997 года, и на сайте ООН до сих пор числюсь как национальный координатор, и мне отправляются доклады всякие, отчеты от Казахстана по устойчивому развитию, для Йоханнесбурга саммита, для Рио плюс 5 в Нью-Йорке, для Рио плюс 20 в Рио-де-Жанейро, и мне там выдвигали, всегда готовили доклады, вот, начиная с 1987 года, когда комиссия Брундтман подняла вопрос о том, что у планеты имеет пределы физические, за которые выходить нельзя, иначе мы погубим. И многие ученые говорят, что это было бы раз на планете Земля, раз в 5 как минимум, когда человечество исчезало и тогда заново возрождалось. Вот чтобы с нами такого не повторилось, она подняла вопрос, что нужно создать глобальную программу, глобальный процесс, чтобы мы могли не совершить ошибок, которые есть вот здесь. Есть все главы государств, и в том числе Казахстан. И вот потом, через 3 года, были приняты вот эти цели устойчивого развития, которых сейчас рисуют вот в таких красивых кружочках, схемах, картинках. И затем ряд вот докладов было. Я, кроме последнего, остальными руководил. Это доклады от Казахстана, как он выполняет цели устойчивого развития, ЦРТ в то время. И доклады стран Центральной Азии, я тоже руководил в качестве директора регионального культурного центра Центральной Азии. Мы достигаем вот этих целей: вода, бедность, здоровье, экология и другие. И делали большие презентации на этих саммитах, отчитывались и предлагали, что нужно сделать в дальнейшем. И это вот последняя презентация правительства Казахстана по докладу добровольного, называется некрасиво дно, но это добровольный национальный отчет по устойчивому развитию. И вот он как бы показывает, в каких областях мы добились прогресса, в каких нет. И вот эти данные, они, конечно, еще требуют уточнения, потому что я вот делал доклад на саммите по водным вопросам. Я вам скажу, что вот этот вопрос по воде, он далеко, конечно, не на этом месте, где он находится. Водные ресурсы. Вот вода. Он где-то на самом деле на самом начальном уровне находится. Поэтому и я хотел бы сказать, что в отношении вот этих целей устойчивого развития они все выполнимы, достижимы. Потому что появляется сегодня зеленая экономика, зеленые технологии, которые позволяют сегодня иметь доступную энергию. Еще Тесла говорил, что энергия может быть бесконечная, бесплатная. Она, технологии такие появляются. Нехватка воды может быть решена. Я называл уже, что Узбекистан сейчас заводит массово установки по производству воды. И вот 300 литров в сутки установка делает. Небольшая, размером будет чуть больше этого размером. И пища выращивается сегодня и в, как угодно, и, значит, в теплицах, и в парниках, и в бочках. И болезни сегодня, такие технологии, кто был в Корее, в диагностических центрах, там уже врачей нет, там компьютеры, ты приходишь, и тебе выдают такой диагноз, который не выдадут ни один, даже группа врачей не выдадут. Поэтому все эти проблемы решаемы, и загрязнение
переработка отходов, сокращение отходов, и ЧС, но и вот эти технологии, которые я с помощью одного из двух проектов собирал с группой экспертов в Центральной Азии, которые говорят, что стоимостью не более $500 можно иметь технологии бесплатного получения воды, энергии, пищи, жилья, вот эти вот печи бездымного горения, которые вообще нет выбросов никаких, но нужно отладить их нормально. И такие, как вот очистка водоема с помощью эйхони, она очень быстро растет и дает большую биомассу, которая дает очень большое количество биогаза для отопления, для приготовления пищи. И вот это вот в вашем хозяйстве производство рыбы в бочках и производство любой воды, грязной воды, загрязненной, соленой воды можно с помощью вот таких простейших дистилляторов, это просто ящик стеклянный, за счет испарения получается пресная вода. То есть можно все, вот эта тарелка от этих антенны телевизионные, их обклеивают просто пищевой фольгой, и за 20 минут у вас уже кипит. Вот мы готовили там плов на выставке Всемирного банка в этой тарелке. То есть не надо жечь дрова и уголь и все остальное. Поэтому таких технологий много. Мы собрали более 100 технологий, поместили их на сайт. И я еще хочу сказать, что с помощью технологий мы можем решить практически все проблемы. Необходимо время, чтобы технологии стали доступны. Вот сейчас солнечные батареи двигаются к нам медленно, и пока они еще дорогие, но они будут у нас, и электромобили будут у нас, и много другое. Кроме одной цели. Цель – экологическая устойчивость. Терминология ЦРТ. Сейчас она разбита на несколько подцелей. А в этой цели мы не добились. Вот этот анализ, он сейчас, это было несколько дней назад, но сейчас более тревожный. Мы вышли за пределы планетарных границ по экологии. То есть это изменение климата, это сокращение биоразнообразия. Это говорит о том, что планета может быть, равновесие планеты может быть нарушено. И мы можем попасть в коллапс. Поэтому резюме отчетов, что все цели у нас, как наши национальные отчеты рапортуют, они выполнены, кроме целей, $7 миллиарда. У нас количество водоемов чистых сократилось. У нас сегодня, по данным, по национальному отчету по экологии, Министерство экологии, последний отчет, всего один водоем относится к категории чистых. Все остальные загрязнены. То есть мы загрязнены. И у меня есть подробный анализ, я работал в разных проектах. Один из них 700-страничный доклад, анализ Евросоюза, почему проблемы воды и загрязнения мы не можем решить. Я немножко тоже об этом скажу. Значит, вот ситуация такая. Это вот один из самых грязных городов в СНГ. Симметал. Это картинка. Это Балхашский кардинал. Значит, это смог в Алматы. И это самый лучший полигон в Казахстане. Станет лучшим. Это наш забор воды на реке Ими, которую мы говорим Балхаш, из-за этого погибает, что ли, нет. То есть они совершенно. И вот это индикатор сотрудничества стран Центральной Азии. То есть мы вместе сотрудничаем так, что у нас мы потеряли 6-е по величине в мире море, Аральское море, 60 метров глубиной. Это высотой, наверное, больше, чем это здание, раз в 5. Вот оно превратилось в пустыню. И сейчас вот эти пыльные бури, это вот прошлогодняя пыльная буря, они достигли, это Ташкент. Вот так, все в пыли. И в Туркменистане все в пыли. Ну, я не говорю о том, как они влияют на здоровье, на питьевую воду, на урожайность, там просто все погибает. Поэтому вот эта экологическая катастрофа и пустыня, как крайняя форма экологической деградации, то есть мы теряем большой территории Земли для жизни вообще. Не говорю там для целеустойчивости, для жизни. То есть там становится жить невозможно. И нужно оттуда бежать. Как-то Чингис Тургулович Айтматов, он был у нас в совете, консультативном совете, и сказал, мы там собирались с академиками, и академик Бабаев, президент Академии наук, Туркменистана, бывшего академика, он специалист по пустыням всемирным, Академии наук СССР. Он сказал, что вот дезерт, пустыня. А Айтматов, писатель, говорит, так дезертир получается одного корня, то есть сбежавшая оттуда. Вот.
Поэтому индикатор сотрудничества по другим бассейнам так и есть. Вот смотрите, та рыба, которая водилась на Кавке, осетр. Ее было там до 50 тысяч тонн осетра. Если перевести тут просто осетрину, деньги, то это уже сопоставимо с нефтью. А если перевести еще черную икру, Каспийское море это 90% черной икры, натуральной. Не бочковой, которая не прудовой, не искусственной, которую сейчас Китай поставляет, а натуральная. 90% всей икры в мире. Так вот, вот это вот обвальное падение улов рыбы, осетра, 30 тысяч тонн до нескольких тонн. А желтым вот это показано количество браконьерства, браконьерское было во всех пяти странах Центральной Азии. Каспия, Россия, Иран, Казахстан, Туркменистан. И такая же ситуация, я на нем подробнее остановлюсь, вот, потому что Бахарский бассейн – это вот огромная территория, четыре области Казахстана, вся Алматинская область, она плюс еще китайская территория, она по размеру превышает многие европейские страны, то есть Великобританию, Голландию и так далее. И вот эта территория сегодня, она уникальна тем, что на протяжении одного дня можно проехать от ледников до пустыни. И вот она, эта территория, по оценкам Маккензи, в 30-м году она начнет превращаться в пустыню, потому что озеро погибнет. Они сделали прогноз, посмотрели, каким образом мы, в том числе, вот их прогноз, это озеро поддерживает гидрологически 40 тысяч, более 40 тысяч от мелких озер, водопоев, колодцев, родников, рек и так далее. То есть вот эта вся территория становится без воды. Это новый район беженцев. Поэтому, и вот, когда говорят о локализации ЦУР, то есть как бы красиво говорить можно, там вот ЦУР номер энергия, ЦУР вода, а реально, когда я ложусь на конкретную территорию, то они превращаются вот в такую очень конкретную картину и становится ясным, какова взаимосвязь этих ЦУР. То есть занятость, здоровье и все остальное. Поэтому Маккензи сделала доклад, отчет. Это одна из самых профессиональных компаний мира. Она делала для более чем 100 стран, разрабатывала стратегии вообще будущего. Она делала все, что можно остановить катастрофу в Балхаше за счет, если правительство примет срочные и целевые меры. И вот они посчитали вот эти вот столбики, сколько денег надо, некоторые меры даже окупаемые, некоторые меры затратные, но они говорили в то же время, если вы берете субсидии вредные, такие на поддержку риса, которые требуют большое количество воды и дает очень маленький доход в сравнении с другими культурами, такими как кармаж и значит, другие, то вы очень много воды уже сэкономите. И будет у вас это рентабельно, инвестиции вернутся. То есть они сделали такой отчет, сказали, что можно сэкономить 2 кубических километра воды в год за счет вот этих мер, в том числе экономия воды в Алма-Ате, где вы поливается улица питьевой водой, и в том числе на Абдалинском массиве, синхронизировать работу гидростанции Копчегайской и уменьшить промышленное загрязнение и многие другие меры в комплексе, они дают вот эту экономию с выгодой в 33 миллиона долларов в год. С выгодой. Значит, этот доклад был сделан в 2013 году. И прошло уже 6-7 лет, и мы ничего не сделали. И, похоже, не сделаем. И я скажу, почему. То есть причины такие, что, конечно, экономические цели сегодня, долгое время все страны говорили, сначала экономика, а потом экология. Сначала мы заработаем деньги, и потом только можем построить себе очистные сооружения. Вот я в том поселке, в котором живу, там котельные без очистных сооружений. В советское время они были с очистными сооружениями, сейчас они их убрали, потому что они требуют дополнительного ухода, там их собирают залубы, возить куда-то, ремонтировать их. Они говорят, что эти очистные сооружения просто убрали, потому что население не может платить за эти вещи. На самом деле, конечно, это не так, потому что население все равно расплачивается здоровьем своим, детьми, и грязью, и многими другими вещами. Поэтому у нас в Казахстане нет ни одной программы, которая бы направлена была на сохранение экосистемы. Нет ни одной. У нас есть разные программы, там были управления отходами. Одна программа была, конечно, называлась программа спасения Аральского моря, но сейчас от нее осталось только название. По сути, там нет даже ни действий, ни целей сохранения Аральского моря. Вот. Поэтому
если у нас нет, как бы, экология не в приоритете, то неудивительно, что мы потеряли Арал, потеряем Бахаш, потеряем Каспий, значит, у нас Иртыш тоже в сложном положении и загрязнения, и с Китаем. Поэтому мы просто потеряем всю жизненное пространство, потому что жизнь вообще у нас существует в Казахстане только вот. Поэтому вот пример управления Бахаше, это старый слайд, там название Министерства меняется, но суть остается. У нас совершенно фрагментарное, раздробленное, неэффективное управление, где каждый управляет частью живого организма, который называется экосистема Бахаш. И это представьте, кто-то управляет там руками, кто-то давлением, кто-то ногами. И в итоге у нас не получается, чтобы вот этот организм выжил, как говорят у семьи няни, дитя, бесплатно, но здесь ситуация сложнее. Вот эти вот желтым помечены различные объекты управления, такие как рыба, вода и так далее. И некоторые объекты, такие как дельта, которая очень важна для сохранения экосистемы, и никто не управляет. И в целом, если спросить государстве, кто отвечает за сохранение Бахаша, вы не найдете ответа. Вам Минсельхоз скажет, это не наше дело взять воды побольше и вылить ее на поля. А экологи скажут, что наша проблема, это только, может быть, там качество, это может еще какие-то проблемы, но в целом экосистемами не занимаются. Сейчас передали еще министерство, но пока они разберутся, я думаю, что тоже не хватает у них потенциала, сил, знаний, опыта и воли, чтобы это все делать. Поэтому при такой системе управления сложно ожидать, что мы сохраним Бахаш. То есть Маккензи написал, вот у вас ряд мероприятий надо сделать. Вот такие технологии внедрить, здесь вот это сделать, тут сократить, здесь тарифы поднять, здесь нужно стандарты внедрить. У нас это не произойдет. Мы потеряем Бахаш, и те, кто живет в Бахашском регионе, а это несколько миллионов человек, они будут очередными беженцами. И что мы можем для этого? То есть сложность в чем? В том, что вот эти все вещи сложные, такие как сохранение экосистемы, точки цели, они требуют сотрудничества. А сотрудничеством у нас плохо, потому что исторически мы привыкли, что государство за нас все делает, а мы не создали институт этого сотрудничества, поэтому наше гражданское общество, НПО, они как бы такие только-только становятся на ноги, партии, суды, это же вот на Западе, это же все элементы социального развития, сотрудничества, когда вот они создали такие институты, у них даже министерство, это итог, результат сотрудничества, договоренности и итог развития общества. Мы создали министерство, которое сейчас пока и суды, они в отрыве от всего гражданского общества, они сами по себе, мы сами пытаемся наладить, вот, заполнить эти ниши, но на самом деле пока как бы они... Поэтому сотрудничество означает, что вы готовы, но каждый из вас знает, вы готовы сотрудничать с соседями по подъезду, для того, чтобы был подъезд нормальный. Даже на этом уровне мы не готовы. Вы готовы сотрудничать с горожанами, чтобы защищать чистоту воздуха, или водоемы, или родники? Тоже не все готовы. Сейчас, может быть, с помощью интернета это и молодых людей как-то это все, может быть, более-менее наладится, улучшится. Но в нашем поколении сотрудничество было плохо. Потому что оно требует, во-первых, уважения, солидарности и взаимной ответственности. И этих вещей у нас очень много индивидуальных сильных людей, но в командных играх мы никогда не выиграли и вряд ли выиграли. То есть у нас есть сильные боксеры, борцы. Там. Поэтому выгода от сотрудничества ПРООН посчитал с Всемирным банком 63 миллиарда, 45 миллиардов долларов и 63,5 миллиарда долларов, если страны Центральной Азии начнут сотрудничать без барьеров. То есть мы снимем границу как Евросоюз, у нас получится дополнительная выгода, ежегодная. Вот. И она больше, чем значит, то, что ну, нам Кыргызстан говорит, мы потеряем от того, что дадим воду вам. То есть это можно, и Айтматов говорил, что это жизненный интерес всех стран, чтобы выживать. В одиночку не выживем, потому что мы живем, 5 стран Центральной Азии, живем в единой экосистеме. И прогнозы такие, что отсутствие этих механизмов, отсутствие
превалирование экономических интересов над экологическими приводит к тому, что мы неуклонно у нас сокращается доступ к воде. Это Центральная Азия, это вот Казахстан. У нас к 2030 году по всем нашим рекам трансграничным будет уменьшаться, потому что наши соседи будут забирать все больше и больше воды. Это оценки их довольно точные. Например, вот фотография верховья Балхаша, где Китай увеличивает с каждым годом постройки по отводу канала, забору, водохранилища и все остальное. Поэтому вот прогноз, это Минсельхоза новый, что у нас сокращение идет воды, при том, что рост численности населения и рост потребления. То есть потребление растет, потребность потребления, а доступность воды сокращается. И Казахстан прекрасно видит, да, это наша оценка ООН, каким образом мы умеем управлять водой. Очень к очень низком уровне. И прогнозы Азиатского банка, что реки будут сокращаться, еще этот фактор накладывается тайне. Помимо нашего плохого управления и непонимания важности воды и экологии, у нас еще есть глобальный, как бы такой независимый от нас процесс таяния ледников, поэтому эта вот оценка ледники Центральной Азии, они будут драматически сокращаться. Как только они сократятся, а ледники-то водонаборные башни, то мы очень многие сельское хозяйство и прочее потеряем. Поэтому дефицит воды – это главное препятствие для Казахстана, для всех хозяйств развития. Для здоровья, для экономики, для сельского хозяйства, для промышленности, для биоразнообразия, для поддержки лесов, озеленения и всего остального. И мы об этом говорим, я об этом говорю на каждой трибуне, но изменений никаких не происходит. Иногда будет новая программа приниматься. Была принята программа хорошая. И 3, и 5 лет назад. И ничего не делается. И поэтому вот были оценки сделаны, каким образом вообще можно сохранить Балхаш. Очень точные оценки. Вот такой-то должен быть уровень, такой-то приток внутри, такой-то приток с Китая. Такие-то должны быть сделаны мероприятия по разным секторам, в энергетике, в экономике, в сельском хозяйстве, промышленности, коммунальном хозяйстве. И что там для этого должно быть сделано? Посчитано даже было, что тариф можно поднять с 0 тенге, который сейчас один тиен, до 4 тенге. И были встречи с фермерами, которые согласны уже на это. И это не сделано. Поэтому, когда мы говорим вот их цели и индикаторы, вот такие картинки нам рисуют в ООНской организации, то на самом деле они ложатся на конкретном примере в очень логическую связь, так как, например, ваши ключевые индикаторы вашего здоровья в вашем организме. То есть, когда я говорю о том, чтобы индикаторы, там, энергетика, вода и прочее, они не абстрактные. Наша планета – живой организм, и индикаторы должны быть очень точные. Температура 36,7 не меньше, но и не больше. То есть не то, что, скажем, давайте вот высаживать деревья как можно больше, давайте там внедрять какие-то технологии как можно больше. Мы должны знать соотношение точное. Поэтому эта работа еще предстоит на ООНовском уровне. И поэтому я вот говорю о том, что примеров по восстановлению экосистем очень много. Например, вот японцы, озеро Бива, у них очень красивая такая стратегия. Или долина Теннесси. В США, где было много конфликтов, они отменили бассейн, создали корпорацию. Корпорация не в смысле извлечения ресурсов, а корпорация по развитию этого региона. И таких примеров много, и я поэтому, мой вывод, я много писал разных предложений, что можно сделать. И видел, что даже когда доклады Маккензи, где написано очень точно, и сколько стоит, и как это вернется деньгами, и не выполняется. Это означает одно, что у нас нет движущей силы, чтобы это все двигать. Министерство не двигает, население не двигает, автоматы не двигают, все ждут, и когда все это катастрофа случится. Поэтому создание таких социальных корпораций, когда каждый житель Балхаша, и не только житель, а любой там немец, американец, кореец, станет акционером этого региона, а я показывал, какой он богатый и большой, это же 5 государств Европы с огромными ресурсами, с водой, с энергетикой, со всем. То есть акционерами для того, чтобы он процветал, они будут защищать его и как бы двигать эти программы. Ну, я, конечно, должна быть политическая воля. Наше правительство должно принять решение о создании такой корпорации. Была попытка СПК, она провалилась, потому что они ее сделали вообще без привязки к территории, к экологии, к экосистеме. Эти к
корпорации должны быть привязаны, ложиться на живой организм. То есть бассейн – это неделимая живая единица, ее нельзя управлять двумя организациями. Поэтому, значит, все пробелы, которые есть в управлении нашим, вот такое объединение социально-экологическое могло бы восполнить. И на эту тему написан очень детальный отчет, вплоть до устава и перечень нормативных актов, которые необходимо внести в действующие документы, о том, чтобы перейти от отраслевого управления и административно-территориального вот к какому управлению, экологическому бассейну управления. Я внес предложение в ЭКО-кодекс, но не надеюсь, что они это поймут и примут. Поэтому мое резюме. Многие ЦУРы выполняются или могут быть выполнены. То есть такие как бедность, здоровье, демократия, справедливость, партнерство. Они все выполнимы. Кроме одной, мы экологической, мы разрушаем планету, не только Казахстан, весь мир, я показывал эту глобальную картинку, мы разрушаем планету очень быстро и можем ее разрушить. И климат – это всего лишь одно из проявлений. Но для того, чтобы вот с этими экологическими проблемами справиться, нам нужна другая форма организации. Ни структуры ООН, ни правительства, ни министерства с ней справиться не могут. То есть нужна другая форма объединение граждан, может быть, она появится какая. И поэтому нужно будет вам думать, что нужно сделать, чтобы сохранить тот мир, в котором вы будете жить. Спасибо. Я думаю, что будущие экологи очень сильно-сильно задумались. И один из важных результатов после выступления Булат Камалбековича, я думаю, Нейл Фарна, это то, что наши будущие экологи могут задуматься. Оказывается, будущее планеты, страны. От кого зависит? От экологов. От того, что экологи не участвуют в том, что в какой части города должно появиться то или иное производство, какой объект. Прежде всего, экологи должны диагностировать и говорить, может этот объект там быть или нет. Нужно тот или иной завод строить или нет? Нужно ту или иную культуру в полях выращивать? Это экологи должны говорить. Почему экологи? Потому что это те, кто правильно диагностирует и воздух, и почву, и воду, и все, что, из чего состоит наша жизнедеятельность. Я очень надеюсь, что вас очень сильно зацепило выступление и информация Булата Камалбековича. И я думаю, что часто должно быть его выступление, потому что он главный призыв сказал, не может одно правительство, одна страна или представители сообщества в отдельности поменять вот эту всю ситуацию. Это только должно быть в партнерстве. И в партнерстве в этом позиция лидера или лидерская позиция должна быть и у экологов. Нелли Павловна, я думаю, что это так. И вот таких спикеров приглашать и чаще проводить такие встречи и вдохновлять наших будущих лидеров, что от них зависит реально то, какой планете мы будем жить. И вот сейчас я очень рада, что декана вдохновила выступление Булата Камалбековича. Она тут же хочет сделать несколько предложений. Пожалуйста, я вам дам. Да, буквально несколько минут, да? Я заведующая кафедрой экологии Евразийского национального университета Райхана Исламовна Дюсенова. Мы очень рады, кафедра, профессорка, преподавательский состав, студенты оказаться здесь и послушать спикеров, которые сейчас выступают. Мы очень рады познакомиться. Мы знаем, что мы с вами уже имеем меморандум, да, о согласии. Мы работаем плотно с вашей организацией и ассоциацией экологов. Я сейчас хотела бы предложить кое-что и хочу вашей помощи, может быть, если вы сможете, да? У нас кафедра наша была предмет экологии и устойчивое развитие. До этого это была общеобразовательная дисциплина, и я вообще думаю, что экологом становится человек, у которого есть призвание. Это не обязательно эколог, это может быть и технических специалистов, студенты, и гуманитарных, юристы, экономисты. Вот я уверена, что здесь сидящие спикеры не все экологи.
с нашей поколения точно, потому что у нас не было даже специальности экологии. Я сама медик, то я обучаю экологов. И у нас половина вот, профессорско-преподавательского состава не экологи, но в душе мы все экологи. Мы пришли и здесь оказались потому, что мы экологи, да, в душе. И вот года три назад эту образовательную дисциплину, общеобразовательную, убрали по типовому плану. Сейчас три года у нас экология устойчивого развития ведется только у экологов и, может быть, для естественных наук и все. А я думаю, что это неправильно. И как-то я вот предлагаю выйти с предложением Министерства образования и науки внедрить снова курс экологии устойчивого развития. А это был очень хороший курс. Я думаю, что все специальности высшего образования должны иметь азы экологии и устойчивого развития. И понимать, что такое вообще устойчивое развитие. Если вы поддержите нас, мы сделаем все возможное, чтобы мы были на этом. Спасибо. 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 Инициатива тоже очень важна. Сегодня после обеда в 2 часа в большом зале у вас будет как раз министр образования и науки Аймагомбетов Асхат, будет Асет Уритаевич Секешев, будут другие руководители. Мы непременно эту информацию поделимся и попросим его поддержки. Позвольте следующее яркое выступление представить экологу, действующему, который реально улучшает нашу планету, я так понимаю, да, наш Юрий Гаршек. И говорить о том, что вот мы плохие взрослые люди, управленцы, и планету закупили, вам передаем в таком состоянии. Но это действительно так. Ну, хочу сказать, что не все как бы спят на сегодняшний день. Мы начинаем просыпаться, взрослые, мы просыпаться, а вы какие-то навыки получаете вместе, и мы, давайте дружно нашу планету спасать. Ну, это как призыв в начале, я вам скажу. А вообще тема моего выступления была заявлена как, о том, как превратить пустынивающиеся земли в цветущий сад. Я хочу сказать, что не буду я детали там технологии какие-то посадок рассказывать, а о том, что самый главный инструмент какой в этом деле. А самым главным инструментом является, как ни странно, может показаться, любовь. Самая обычная, самая настоящая, самая крепкая любовь к земле матери. А прежде всего хочется, чтобы все вы определились, кем для вас является земля. То ли там дойной коровой какой-то, которую надо потреблять, пусть она вам что-то должна еще, да, земля, и воздух должна, и воду должна, и чтобы хорошо жилось, удобно, тоже должна.
либо это для вас, матушка родная, которую вы должны вступить в свои такие честные взаимоотношения. И когда вы благодаря это прокрутите, все-таки кем вы являетесь для Земли Матери, то ли, ну я такое грубое слово уж потреблю, паразитами, да, которые кровь Земли Матери пьет, потребляют ее ресурсы, а взамен ей, ну честно, на душу, если так это в душу взглянуть, сердце надо положить, что мы Земле даем, как сегодня нашим образом жизни, мы ресурсы потребляем, взамен ей возвращаем, извините, только мусор. Поэтому, когда мы с вами в Москву прокрутим переход от эры потребления в эру там творения, созидания, и в нас проснется эта любовь, мы вспомним, что Земля – Мать, и нет у нас другой Матери, что Земля – Мать всех Матерей. Вот эти принципы, когда в голове засядут, мы тогда начнем наши пустыни превращать в леса, ну или такие благоприятные оазисы, уже по доброй воле. Не потому, что надо, а потому, что люблю. Вот через любовь к этому все придем. Никто нас не будет удогнать, мы сами побежим, потому что мы любим свою матушку. Ну как, любите свою маму, да, ласково с ней старайтесь, не разорчать ее там двойками какими-то. Так же и к Земле Матери. Когда мы вырастим это отношение, это будет наш главный инструмент в нашей борьбе с опустынием. Это я вот хотел прежде всего сказать. Ну, сильно затягивать не буду, еще завтра же у нас урок, эти же лета, я много вам завтра расскажу на этом уроке о той любви, ну и вообще о способах, как озеленить. Я вас призываю только вот к пробуждению сыновей дочерней любви. Вот об этом я хотел, чтобы прям заполнилось вам на сегодня из нашего этого краткого выступления эта тема. Ну, наверное, если достаточно, то я буду краток и остановлюсь на завтра. Спасибо вам еще большое. До новых встреч. Спасибо, Юрий Львович. Да, он согласился вместе вот с Галиной, нашим лидером ЦУ среди сельских женщин 15-й ЦУ, завтра привести замечательный урок у вас, у экологов, прямо в аудитории, так как деревья надо сажать семени, маленького семени. А как это сделать? Какие слова колдовства нужно говорить, чтобы непременно это деревце выросло в этом стаканчике со всеми этими секретами любви? Завтра поделится у нас Юрий Львович Гашек и Галина Львовна Браво. Будем надеяться, что вы обязательно примете участие. Спасибо. Теперь одна из наших красивых частей сегодняшней приветственной сессии – это проведение TEDx. Знаем же его формат. Здесь немного он будет, скажем так, такой обновленный формат. Я хочу сюда пригласить Асель Коспанову. Наверное, еще не спим или уже заснули? Зеленые не по возрасту, а, я надеюсь, по помыслам изнутри, в душе своей. Я очень рада, что здесь собрались студенты, именно экологи. Очень приятно, то есть более подготовленные люди, да. Но хотелось узнать, у меня такое вот выступление небольшое, прежде чем мы перейдем к нашим спикерам, лидерам ЦУ. Я хотела узнать, действительно ли, вот много сейчас высказали, Очень было приятно слушать, очень было приятно узнать о вашей деятельности, да. Профессиональные экологи, я, кстати, не профессиональный эколог, я себя называю экологистом. Я к этой деятельности пришла чуть больше года назад, всего лишь в профессии, я журналист. Вообще обычный человек, не эколог, как многие сказали, да, там даже преподаватели у нас не экологи. Просто в какой-то момент во мне проснулось осознание того, что мне не все равно, в каком мире я буду жить, в каком мире будут жить мои будущие дети, да, когда они будут. И вообще, в какой мир мы создадим и принесем. Поэтому я начала деятельность, такую я называю ее волонтерской деятельностью. Я мне абсолютно за это никто не платит, да, там я это веду такую просветительскую деятельностью и создала экологическое движение, как клуб «Спарта Астана». Мы проводим сухарики, мастер-классы различные, я читаю мастер-классы в школах, в садиках, в больших компаниях и провожу это. И хотела донести такую мысль, вот Булат Камалбекович сказал, что необходимо время, да, чтобы правительство какие-то программы заработали, какие-то технологии и прочее. Но вот согласитесь, у нас сейчас, к сожалению, нету этого времени, да, его очень мало. Поэтому я хочу донести до вас мысль, мое выступление о том, что каждый из нас, на самом деле каждый человек, такой как я, как вы здесь все сидящие,
Здесь сидит около 60-70 человек. Каждый из нас может внести свою долю в спасение планеты, стать экогероем. И каким образом? Я сейчас вам расскажу, потому что технологии будут долго решаться. Но каждый человек, каждый вклад маленький. Как сказала Лизат Кожетаевна, выключать свет, где-то разделять отходы и прочее. Вот скажите, пожалуйста, вот на таком бытовом уровне, я сейчас вам расскажу, кто дома разделяет отходы? Кто каким-то образом осознанно потребляет? Ну, к сожалению, вот у нас где-то 50 человек, поднялось рук, ну, от силы 10, даже меньше, наверное, 7-8 человек, да? Вот, ребят, самое первое, это на самом деле вот сейчас с тем, что происходит, я говорю, буду не на таком экологическом, да, языке говорить, а на бытовом уровне. Тем более в аудитории, где экологи, к сожалению, вы уже ну, такой шаг, да, не делаете, который может также спасти на бытовом, на таком нашем единичном уровне, спасти планету. Это вот три шага. Это первое, разделять отходы, это которые, да, вот полностью, что может сократить. Второй шаг, это осознанно потреблять. То есть уменьшать потребление, не создавать новые отходы. И третье, это стараться вообще отказываться от каких-то упаковок, от каких-то вещей, заменять их на более многоразовые вещи, да, там, и таким образом вообще сократить и прийти к жизни Zero Waste. Это, к сожалению, да, не полностью возможно в нашем современном мире. Благо цивилизации, как я говорю, это очень круто, это здорово там. Вот как говорили, да, Лизат Кожетаевна, там углеродный наш след от полета самолета, да, там еще что-то. Мы не можем действительно сейчас в современном мире от этого отказаться. Ну, я могу сказать, на мне есть эко-грех, да, хотя я очень многое что делаю, разделяю и заменяю, и стремлюсь к жизни Zero Waste, но я езжу на машине, и тем самым тоже создаю эко-след. Я понимаю, что мы полностью не можем от этого отказаться, но то, от чего мы можем отказаться, я вас призываю это сделать. И смотрите, на самом деле, прежде чем начать свое выступление, хотела еще небольшое рассказать слово благодарности компании, фонду Recycle Bergé. Это общественный фонд, также полностью неправительственная организация, волонтерское движение. Оно создалось в Алматы. Волонтеры, эко-волонтеры, такие же экологисты, как я, создали это движение и сейчас распространяют по всему Казахстану. И, в принципе, они меня вдохновили начать эту деятельность здесь, в Астане, и объединить экологистов каким-то образом. Сейчас у нас есть группа в WhatsApp, в Инстаграме, активно в социальных сетях я достаточно веду деятельность по просвещению обывателей. Да? Вот, я говорю, не на экологическом уровне, а даже обывателей, потому что зависит это все от каждого человека. Вот, небольшое слово благодарность. И не буду сейчас долго, сама презентация у меня рассчитана на час с лишним, не буду долго останавливаться на цифрах. В принципе, экологи тоже многое сказали по тому, как у нас все загрязняется и прочее. Вот насчет, кстати, подгузников, хотела интересную информацию дополнить. Вы представляете, один маленький ребенок, вот Лиза Кожетаевна действительно сказала, что разлагается все, даже не 200, а свыше 500 лет подгузники. Но вот один маленький ребенок примерно использует год-полтора памперс. Ну, примерно, да, в среднем. Как вы думаете, сколько в килограммах? Один маленький ребенок использует памперс за свои... Ну вот, есть какие-то предположения? Килограмм, тонну. Свыше тонны. Представляете, один. Это всего лишь один маленький ребенок. А памперсы – это один из самых вообще вредных отходов, который полностью не разлагается. И на нашем бытовом уровне, вот вы, будущие все родители, да, там, у меня есть племянники, на нашем бытовом уровне мы можем это уменьшить. Каким образом? Есть многоразовые подгузники. Есть там, ну ладно, я не говорю сейчас возвращаться там, в советское прошлое, там, стирать пеленки или прочее, хотя это тоже возможно. Но сейчас очень многое создается. Многоразовые подгузники очень классные, с угольными фильтрами, которые можно заменить, которые стираются и которые очень даже полезны, тем самым вы уменьшите, представляете, тонна памперсов. И там купить, они, конечно, стоят дороже, чем там упаковка памперсов, но в позиции там 10-15 штук вам хватит на год-полтора, да, и это будет меньше и экономия средств, и в то же время спасение планеты. По ситуации в Казахстане, вот действительно показали, что один из самых современных, да, полигонов у нас вот в Астане, он и то не соответствует действительности. Многие, кто ездил у вас по Павлодарской трассе, наверняка видели. Во-первых, зловонные запахи не очень приятные. И, во-вторых, это все нелицеприятно. Что мы можем сделать на бытовом уровне? Мы всегда на субботниках, вот есть вообще цифры, да, учеными подсчитаны, что
до 80% всех отходов можно переработать. У нас сейчас в Казахстане перерабатывается всего 15%. А как мы доказываем, если не верить ученым, да, там люди всегда там очень цинично относятся, ой, статистика, да там посчитали, просто подвели цифры. Как мы делаем это? Мы показываем на бытовом уровне, на субботниках, которые мы проводим, мы всегда делим собранный мусор, да, ну вот мусор, кстати, тоже вот это такое семантическое слово, лучше не использовать слово мусор. Мусор это то, что уже вообще нельзя использовать, абсолютно выкидывается. Мы, ну, у экологистов принято говорить слово «отходы». Отходы это можно каким-то образом использовать. Вот собранные отходы, да, на субботниках мы делим на две части. То, что можно переработать, и то, что нельзя переработать. И вот на наглядном примере мы людям, которые приходят к нам на субботниках, показываем, что где-то у нас так и выходит около 80%. К примеру, 60 мешков с мусором – это идет переработка. 20%, там, 15 мешков где-то – это не переработка. Но почему это нужно делать – это тоже вопрос. Очень часто мне задают вопросы. Ну а зачем это делать? Вот почему я должен это дома делать? Да? Почему я должен разделять отходы? Пусть там ну, специальные люди, там, правительство выделяет на это деньги, на мусорном полигоне все это разделяют. Кстати, в рамках вот, «Зеленой недели», в рамках вот, мероприятия ЦУРП, в понедельник прошла экскурсия на мусороперерабатывающий завод у нас здесь, в Астане. И там показали, там на самом деле делается титанический труд, там все это разделяют действительно. Но первая причина, почему нужно это делать дома, во-первых, гуманная, да, причина. Пожалеете людей, вы ведь представляете, они работают в нечеловеческих условиях. Это действительно очень страшно. Там не хватает, во-первых, по 8 часов люди работают на действительно адский труд, да, вот это все разделяет. Плюс зловонные запахи. Это хорошо, это вот наши активисты, вот студенты, да, многие тоже Евразийского университета, это была зима, не такие запахи, а летом, представьте, какие там, ну это и вредные вещества выделяются. Это вот первая причина, это гуманно. Вторая причина, на самом деле, когда отходы пищевые смешиваются с тем же пластиком и прочими вещами, а вторсырье, вот реально дорогое вторсырье, на самом деле мусор это один из таких вот доходов даже, я бы сказала, вот, ну, кто разбирается, переработчики, они зарабатывают, в принципе, неплохие деньги, а вот это вот все вторсырье, оно теряет свои свойства. Ну, представьте, та же макулатура, например, хорошая коробка, да, там, или бумага смешалась там с корками, не знаю, апельсина или банана. Естественно, она потеряла свои свойства, то есть макулатуру мы можем, невозможно уже использовать. Иногда даже пластик там портится, хотя его можно отмыть, но это опять же, это повторные ресурсы, поэтому это нужно все делать дома. Вот первый шаг объединяет такие условия, это разделять отходы дома. И первый шаг, который вы можете сделать, самый несложный, на самом деле это правда несложный. Ребят, я начала это чуть больше года назад просто с разделения отходов. На две фракции хотя бы. Мокрый мусор отделять от немокрого мусора. У нас в Астане реализуется классный проект на самом деле, который тоже многие подвергают сомнению. Это компания Clean City, желтый зеленый контейнер. Стоят практически в каждом доме. Да? Вот, вам, ну, грубо говоря, для ленивых, да, ну, извините, конечно, но правда, такой проект для ленивых. Алматинцев, вот надо пожалеть, алматинцы фанаты экологисты, у них не стоят раздельные контейнеры дома. И у них нету универсальных пунктов приема. У нас по городу в Астане универсальные пункты приема. Они принимают практически все виды сырья в одном месте. У алматинцев они реально фанаты, знаете, вот низкий поклон им. Они пластик, например, едут, в одну точку города сдают, макулатуру в другую, алюминиевые банки в третью и прочее. У нас шикарный проект, желтый и зеленый контейнер. Хотя бы это, просто разделять отходы. На самом деле на заводе потом И, кстати, тоже, опять же, вот это после экскурсии многие наши экологисты сказали, очень многие всегда говорят и сетуют, вот все равно не разделяют на желтый и зеленый контейнер, соседи все подряд кидают, зачем мы это будем делать, да? Людям жалко своих, грубо говоря, нервов и сил. Это нужно делать, потому что когда вы, даже если вы в полиэтиленовый пакет завернете, да, закроете вот пластик и все вторсырье и кинете раздельно мокрый мусор от немокрого, там, даже если это все подряд, там соседи кинут что-то неправильно, да, в желтый контейнер, на заводе это все разберут и уже ваш пакетик с вторсырьем, он будет, да, грубо говоря, охраняться и его смогут использовать. И вы больше вторсырья отдадите то, что на переработку, и тем самым уменьшите то, что просто закопается в землю, а тем самым попадет в почву, в землю, в водные источники и в наш организм. На самом деле, по исследованиям ученых сейчас, в грудном молоке матери даже нашли микрочастицы пластика.
грудном молоке мать. То есть мы все уже с самым натуральным продуктом, который может существовать в мире, мы уже получаем эти частички пластика. От этого и аллергии, и, ну, я не буду рассказывать, да, вы сами понимаете, и онкологические заболевания, все это увеличивается. На самом деле, все, опять же, зависит от нас самих. Ребят, это просто разделять на две фракции. Вот первый шаг. Когда вы разделили на две фракции, вы уже из непереработки, да, даже не нужно вам, не знаю, лишний мусорный контейнер дома. Просто возьмите одну коробку, да, какую-то или китайскую сумку, туда все сухое, мокрое. Да вы на самом деле даже сэкономите свое время. У вас будет меньше заполняться мусорное ведро, потому что только пищевые отходы, они будут меньше. Вы даже меньше выкидывать будете мусор, грубо говоря, если это будет вам стимулом. Из того, что не перерабатывается, вы потом можете делить на то, что сдается на переработку, точнее из сухого мусора, то, что сдается на переработку, и то, что не сдается на переработку. И таким образом вы разделите две фракции. Кто знает, что вообще у нас сейчас принимается на переработку? Надо на этом останавливаться или нет? Ну, давайте быстро пробежимся так по фотографиям. У нас принимают на переработку. Белая бумага, картон, пластик. Ну, пластик. Белая бумага, картон, это все объединяем слово. Макулатура, да. Алюминий, макулатура полностью. Канистры. Да, пластик. Бутылки. Стекло. Алюминиевые банки. Любые металлы. Ну вот, макулатура, газеты и прочее. Но, как я уже сказала, опять же, та же макулатура в хорошем виде. Не мокрая, не подожженная, не прочее. Пластик тоже. Пластик не весь тоже принимается у нас сейчас в Казахстане на переработку. Ну, к примеру, там, одноразовая посуда. Вот, ребят, тоже большая просьба, там, какие-то чаепития устраиваете, еще что-то. Старайтесь отказываться от одноразовой посуды. Сейчас есть, к счастью, предприятие, вот я недавно узнала, хотя год этим занимаюсь, Караганде предприятие, оно перерабатывает. Но все равно, в целом, у них не такие масштабы, не такие мощности, чтобы это переработать. У вас, давайте... В конце, да, вопрос у вас был. В общем, пять таких вот глобальных пунктов, которые можно переработать. Это вот первое, да, раздельный сбор отходов, так сокращая. Второе, каким образом можно уменьшить отходы? Это ну вот, раздельный сбор отходов, это классно, это классный шаг, но на самом деле мир ушел дальше. Сейчас уже выход, это не раздельный сбор отходов, ни в коем случае это надо делать. Ни в коем случае не уменьшая. И у нас в стране это надо сейчас делать. Но второй шаг дальше, high-level уровень, да, грубо говоря, если вы проходите уровни, вот следующий шаг, это начать потреблять меньше и заменять одноразовые вещи на многоразовые. Ну, к примеру, потому что то же самое, та же бутылка, да, с водой, которую мы сдадим на переработку, во-первых, ее можно переработать до 5-6 раз, потом она уже не будет перерабатываться. И согласитесь, вот я, например, хожу на фитнес, да, там каждый день я буду покупать себе бутылку воды выпивать. 365 дней в году 365 бутылок я израсходую. Что лучше, 365, хорошо, я их сдам на переработку, но я же все равно состою мусор. 365 бутылок или одна бутылка, которая мне прослужит многоразовая. Которая мне прослужит, да, пусть она тоже из пластика, но из хорошего, но она мне прослужит год, два, может быть, даже три. Согласитесь, на чаше весов лучше взять многоразовую. То есть это второй шаг, вообще думать, каким образом я могу заменить одноразовое на многоразовое. Кто любит по утрам кофе? Take away. Ну, большинство, когда я читаю в компаниях, да, в офисах, они там все поднимают поголовно руки и берут вот take-away кофе с собой. Классная модная тенденция, которая пришла к нам 2-3 года назад, но что? Создает отход. Создает отход, причем многие думают, что это бумажный стаканчик, он называется бумажный стаканчик, но на самом деле он не перерабатывается и очень вреден, потому что любую бумагу нальешь в воду, вы сами знаете, она не выдержит. Бумажный стаканчик ламинируется внутри пластиковой пленки, которая не разлагается, которую очень тяжело отделить, поэтому этот стаканчик не разлагается. А вот эта крышка, на самом деле, она даже, если вы не думаете о экологии, подумайте о своем здоровье. Вот эта крышечка сделана из полистирола 6-й маркировки, которая при нагревании, при взаимодействии с паром, на самом деле выделяет вредные вещества, и ваше кофе отражается на вашем здоровье. Как можно заменить? Опять же, отказаться вот от таких... стаканчиков в пользу многоразовой термокружки. В общем, еще раз говорю, так как немного времени, не буду останавливаться, но каждый раз думайте, какие лайфхаки, какие вещи вы можете использовать многоразово. А где-то что-то отказаться вообще. Отказаться от пластиковых пакетов в пользу эко-мешочков. Отказаться от маечек в пользу эко-маечек. Да, там, обочки, я не знаю, спросите у своих бабушек, можно у них найти.
Сходите за хлебом, там мама вас послала за хлебом со своим рюкзаком, если у вас нет эко-сумочки. Ну, то есть, каким-то образом, на самом деле, сейчас большая мусорка – это супермаркеты наши. Потому что все упаковано. Упаковано все. Упаковка, упаковка, упаковка. Вот. Вот на этом уровне надо, ну, опять же, это, конечно, вопросы, много чего вопросы правительства, что надо запрещать, уменьшать там, но делается, поверьте мне, делается очень много, экологический кодекс, запрещается сейчас полиэтиленовые пакеты и прочее, прочее, но я вас призываю на каждом уровне, вот каждый человек, на самом деле, давайте не ждать решений правительства, давайте не ждать, пока там придумают технологию какую-то. Или как бабушка моя экологистки сказала, очень меня посмешила, она говорит, она заворачивает постоянно каждую покупочку в несколько полиэтиленовых пакетов. Молоко возьмет, а не дай бог прольется 2-3 пакета. Когда ей наша экологист пыталась объяснить, что это не нужно делать, она сказала, да ничего страшного, боженька как-нибудь поможет. Ну, на самом деле, черный юмор очень смешно было, мы, конечно, смеялись, но... Да, боженька, наверное, поможет, придумают, экологи наши тоже придумают выходы по-любому. Но давайте не ждать и начинать с нас самих, потому что это очень важно. И такой вот момент небольшой тоже вам расскажу. Вот, кстати, желтые и зеленые контейнеры тоже что. Поверьте мне, в голове возник каждого человека, я могу сказать, что больше года назад у меня, меня сподвигла на это сестра. Как раз сестра живет в Алматы, вот этот фонд. Green Up, да, и Recycle Bergé. Полтора года назад я смотрела на него вот с такими глазами удивлением. Зачем копаться в мусоре? Боже, что ты делаешь? Мне казалось, это правда, мне казалось это идиотским делом. Я думала, боже, вот еще делать нечего, копаться в мусоре. И поверьте мне, вот эти вопросы, наверное, есть ли смысл? У нас не тот менталитет, должно решать правительство, да. Вот я разделяю, это такая капля в море. Это не мое дело, всем наплевать, ученые что-то придумают. Узнаете свои мысли в голове? Ну, у кого-нибудь такая мысль возникла, согласитесь. У кого-нибудь в голове это возникло? Знаете, самая страшная вещь, самая большая, наверное, угроза для человечества и для нашего, это вера в то, что кто-то другой спасет планету. Никто не спасет. Спасем мы. И, ребят, вот, на самом деле наша цель экологистов, вы слышали про такой закон автосинхронизации? По нейронным связям, очень модное слово «синергия», вот сейчас проводятся форумы синергии и прочее. На самом деле, вот, окружение наше влияет. И раньше говорили, скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. Мы экологисты, нам на самом деле сейчас наша цель – это 5% населения Казахстана, это 920 тысяч человек. Если 5% населения станут более зелеными, станут более осознанными, станут меньше потреблять, заменять, да, упаковки и вообще не создавать отходов, на самом деле потом по закону автосинхронизации все население станет таким. И будут решаться вопросы, ученые что-то придумают. Я верю в ваши молодые умы. Вы будущие экологи, да, вы обязательно начнете изменять мир, начнете. Но вот мы своим таким призывом призываем вас стать... Круто же быть первыми, согласитесь всегда? Давайте станем этими первыми 5%, которые... будут изменять планету и станут такими героями. За вас, наши люди! Ну а теперь мне выпала такая прекрасная честь провести и промониторить нашу такую вот произвольную, да, TEDx-программу. И первая девушка, вот я услышала, просто у меня, наверное, вызывает море чувств и море эмоций, вот, даже вот игрушки тюлени, да, они же очень милые, очень классные существа, человек заглядывал в глаза тюленям, очень интересно послушать это выступление, потому что, ну правда, низкий поклон за то, что вы, и экология начинается на самом деле именно с наших братьев меньших, поэтому вам слово, мы приглашаем на эту сцену Асель Бармуханову, лидера ЦУРК-14, экологическое многообразие, сохранение экосистем моря. Здравствуйте! Добрый день, дорогие друзья!
Меня зовут Исель. Вот только что с вами поздоровались тюлени. И это каспийский тюлень. И только что вот вы услышали, как обычно он разговаривает между собой. И особенно мне хотелось бы отметить, что когда наша команда живет рядом с местом залегания тюленей, мы вечерами после того, как мы уже прекращаем работать, как море успокаивается, мы зачастую слышим их голоса. И в этом есть что-то объединяющее, потому что мы работаем с отцом, и мы иногда с отцом садимся просто на берег моря и разговариваем о разном. И потом где-то на той стороне мы представляем, что лежат тюлени и, возможно, тоже между собой что-то обсуждают и протяжно молчат. И тогда мы с отцом замолкаем и будто чувствуем грусть в их голосах. Вы спросите, почему? Сейчас я вам расскажу о истории нашего единственного морского млекопитающего в Казахстане. И меня зовут Асель. Уже 6 лет я занимаюсь исследованиями каспийских тюленей. И постоянно пытаюсь приблизиться к ним. Ну, это наша команда. Вот. Это в 2015 году мы первый раз, кстати, решили пожить на косе, коса Кендерли в Казахском заливе, это наше Каспийское море, и это я. И вот каждый раз я пытаюсь приблизиться к ним настолько, насколько они подпустят к себе, потому что тюлени, они очень ценят свое личное пространство, а я стараюсь уважать их границы. Бывали такие моменты, что некоторые особи пытались, видимо, спутав меня со своим сородичем, пытались также залезть рядом со мной, где я неподвижно лежала. И за эти годы я поняла, что вот эти вот, если ты лежишь без движения 40 минут, то, возможно, они к тебе придут и поздороваются с тобой, но им нужно более длительное время, чтобы они смогли довериться окружающему миру. Но меня все равно никогда не покидает ощущение, что они все же не доверяют человеку. И когда мне предложили стать лидером 14-й цели по устойчивому развитию, сохранению экосистем моря, я подумала, что теперь у меня есть больше возможностей говорить о волнующих меня проблемах более широкой публике. И ведь это цель моей жизни. Я вообще считаю, что тема экологии должна волновать сейчас каждого. Почему? Потому что мы живем на Земле, мы живем на этой планете. Мы не должны делать так, чтобы другие организмы исчезали только из-за нашей деятельности. И это цель моей жизни — сохранение не только одного вида каспийского тюленя, которого я очень люблю, вот он с вами здоровается, но и всего Каспийского моря. И сохранение каспийского тюленя как единственного морского млекопитающего в Казахстане, только вслушайтесь в эти слова, единственный морской млекопитающий, такого больше нет в Казахстане. Да и в целом мире его нет, потому что он является эндемиком. Он индикатор Каспийского моря, который вот по нему можно судить, море у нас чистое или нет, и насколько все плохо. И мне бы хотелось спросить, вот мы пользуемся ресурсами нашего единственного моря, так может пришло время позаботиться о нем? Тюлени исчезают. В Большом Каспийском море осталось только одно место, где тюлени залегают, линяют и отдыхают. И это морской участок Прорва, а также острова Дурнева в Комсомольском заливе. И с остальных мест мы их уже согнали. И с 2015 года в осеннее-весеннее время, в течение месяца, мы с нашей командой живем на Кендерли в Казахском заливе. И вот эти, как вы видите, вот они эти участки. Это район морского участка Прорва и островов Дурнева. Вот, это Комсомольский залив, и вы видите, что вот она граница, казахстанская часть моря. Вот, и мы живем в Казахском заливе с 2015 года, как я уже сказала, и на побережье находятся базы отдыха, где это является излюбленным местом, где местные жители могут позволить себе отдыхать. Но по итогам наших исследований стало известно, что в 2016 году в осеннее время тюленей, лежащих на лежбищах, было более 400 особей. Более 400.
А сейчас 2008, исследования 2018-2019 года показали, что в то же время тюленей уже нет. Ни одного тюленя за 2018-2019 год не было зафиксировано. И что это значит? Почему так случилось? Потому что в этом районе тюлени никому не нужны. Базы по разделке рыб, находящиеся на островах. Также курсирующие лодки, которые стреляют по птицам, а когда есть тюлени, они стреляют и по ним. И это все согнало тюленей с их островов, с их привычного места обитания. Вы сейчас видите картину того, насколько жестоким может быть человек. Это маленький тюлень. Он запутался в сети. Этот снимок был сделан в 2017 году. И на самом деле, в 2015 году, когда я первый раз увидела тюленя, я подползла к нему, и я не думала, я была настолько восторжена, я думала, я первый раз вижу тюленя, это же так прекрасно, потому что мне всегда хотелось к ним приблизиться настолько близко, к дикому животному, и у меня всегда были такие представления, что я даже могу, возможно, его погладить. Но когда я увидела картину, на той фотографии было видно, я с камерой через море, скажем, по островам ползла какое-то время, целый час. И когда я приблизилась, я увидела, что тюлень задыхается. Он хрипел. И я не могла понять, что мне делать в этой ситуации. То есть к этому человеку никогда не готовят. Что если ты видишь, ты можешь видеть это на экране, ты можешь видеть это по телевизору, но никогда тебя не готовят к тому, что ты можешь столкнуться с этим в реальной жизни, и никогда ты не сможешь в этот момент понять, что тебе нужно сделать. И я тоже не знала, что мне делать в этот момент. Я помню, что я приехала, я была в таком окоченении, потому что я думала, что, наверное, если бы я находилась в таком состоянии, как он, лежал, задыхался, потому что в любом случае через час или через два он все равно умрет. В любом случае тюлень, когда попадает в рыболовные сети, он не выживает. И вот эта безысходность, она меня очень сильно испугалась. Очень сильно испугала. И что мы можем сделать, спросите вы, для того, чтобы сохранить эти осенние места залегания и спасти наших тюленей в этих местах? Это отношение людей к тюленям можно поменять с помощью образования. Вот как сейчас я стою, и вы слышите о том, что я вам говорю о тюленях. Кто не знал, что у нас есть тюлени? Все знали. Отлично. Но бывает и такое, что когда я, допустим, прихожу и читаю лекции в каких-то других местах, мне говорят, что они не знали, что у нас существовали тюлени. И мне очень радует, меня очень и радует, что я могу с этим поделиться с ними. Ну вот. Но что нам нужно больше всего, это повысить права тюленей на государственном уровне, в экологическом кодексе. Законодательстве. Надо наконец разобраться, почему каспийский тюлень исчезает, и организовать особо охраняемые природные территории в местах залегания тюленя, а также нужно проводить другие природоохранные мероприятия. Нужно сказать нашим местным жителям, ну, тем местным жителям, кто живет на берегу Каспия, да и вообще всем вам, что государству тюлень важен, что не только там некоторым людям, не только мне, не только тем людям, которые занимается исследованиями, видит тюленей, но что всем это важно. И тогда местное население почувствует, что это действительно важно сохранить этот уникальный вид. И мне хочется спросить, неужели мы позволим, чтобы этот вид исчез? Мы же не позволим этого. И еще хотелось бы отметить о прекрасном проекте, который запустился в этом году, стартовал в этом году. Это сохранение популяции каспийского тюленя, финансирование которого осуществляет компания «Тенгиз Шевроль». И в течение 21 дня команда исследователей Института гидробиологии и экологии и «Экомагистал» провели мониторинг и собрали рыболовные сети и морской мусор с полуострова Тюбкарага. Это
в районе таких участков, как поселок Баутино, поселок Форт-Шевченко и поселок Залозень. Так вот, хотелось вам сказать, что, признаюсь, я вообще всегда замечала мусор на побережье Каспия. Вы сейчас можете увидеть, вот Кендерли 2019-го, весна. Мы тогда возвращались с островов на лодке и столкнулись вот с этим. Люди отдыхают рядом с кучей мусора. Для меня это было, ну, я понимаю, но для меня все равно это всегда шокирующе. Я не понимаю, как можно отдыхать с мусором на мусоре. Но я не ожидала, что его будет в таком количестве на самом деле, потому что мы собрали на этих участках более 6 тонн морского мусора. Также мы собрали почти 3 тонны рыболовных сетей. И вдумайтесь только в эти цифры, да? И почти в каждой десятой из этих рыболовных сетей были останки запутавшихся в них тюленей. То есть, как вы уже видели до этого, тюлени попадают в рыболовные сети, они умирают, их выбрасывают на побережье. И мы это все видим. И пластик, который человек выбрасывает, вот до этого хорошо рассказали, да, что он на самом деле никуда не девается. Меня очень удивляет отношение людей к этому, потому что некоторые люди, когда мы там проходили по этому побережью, там камни, валуны, все очень красиво. И люди думают, что если они спрячут мусор под эти валуны, под эти камни, что он исчезнет. Нет, он никуда не исчезает. Если его спрятать, он просто распадается на микрочастицы. Вы это, об этом уже слышали. Он просто распадается на микрочастицы, и он сейчас находится в нас. И он находится в тех морских обитателей, о которых я сейчас вам говорю. И вот мы нашли микропластик. Вы можете увидеть увеличенный под микроскопом микропластик. На самом деле этот микропластик очень маленький. И мы его нашли. Мы нашли его в нашем Каспийском море. Он уже есть. И мне хочется сказать, что вообще это значит, что работа предстоит колоссальная. Что мы должны еще понять, как нам бороться с этим микропластиком, как улучшить состояние экосистемы Каспийского моря, что можно сделать, как можно спасти. Потому что одно дело, когда это видимая какая-то сеть рыболовная, от которой ты можешь вытащить тюлени, я вам покажу видеоролик. А другое дело, когда это что-то невидимое, что ты не можешь даже ощутить, увидеть и почувствовать. И мы пока еще не знаем его воздействия. И когда я была маленькой, я постоянно думала над фразой из «Маленького принца», мы в ответе за тех, кого приручили. Так вот, я хочу сказать, что, возможно, в скором времени станет уже поздно. Потому что мы столкнули наших братьев меньших, другие живые организмы с нашей деятельностью. Рыболовная сеть, она не просто так появляется в море. Это все мы, все человек. И как с этим бороться, нужно понять. Потому что в будущем, если мы не сможем сделать что-то для других живых существ, и если мы останемся только одни, то мы потом не сможем принять и понять себя. Спасибо. Теперь можно ролик ставить?
тоже это подтверждает, что все в наших руках, все мы можем изменить. А, ребят, у каждого, наверное, из вас есть мечта, правда? И есть, наверное, цели, поставленные цели, как добиться этой мечты. А если есть какие-то палки в колеса или какие-то обстоятельства, которые не дают вам достигнуть мечты, наверняка сталкивались уже с несправедливостью, где-то в законодательном уровне, где-то, может быть, ну, на другом, на общественном уровне, на социальном уровне. Вот хорошая фраза прозвучала: знать свои права и уметь отстаивать их. Это очень важно. И я хотела сейчас пригласить на эту сцену с выступлением человека, который хорошо знает свои права, защищает права других, гражданские инициативы. Это Рафаэль Гасанов, лидер ЦУР 16, Мир, правосудие и эффективные институты. Я хотел прежде всего поприветствовать вас, поблагодарить всех тех, кто находится здесь, потому что это очень важно. Это глобально, не только в стенах вашего вуза, но и в целом государства, планеты, да, и так далее. Мы часто вот видимся с молодежью. Я прежде всего хотел поприветствоваться. Меня зовут Рафаэль, мне вот 23 года. Я буквально 3 года назад создал первый фонд, который вот как раз-таки в первую очередь объединяет, во вторую очередь защищает права сельской молодежи, вот, которые учатся в колледжах, да, которые вообще приезжают в города, в мегаполисы. Мы начинали с Алматы, вот по сей день там работаем. Буквально в прошлом году мы создали ассоциацию выпускников детских домов Казахстана, потому что это тоже очень важно. Это такая социальная категория граждан, которая в принципе не охвачена после их выхода. Вот. Кроме этого, буквально вот при поддержке Алижа Ткамбаевича Шпекбаева, председателя агентства по противодействию коррупции, в год молодежи, вот у меня пригласил как раз быть заместителем председателя, это Айгуль Сагадибековна Соловьева, наш председатель, это вот большая наша команда, нас очень много, 3000 человек в Казахстане, в целом по республике, вот, в республиканской группе 300 человек. Я буквально буду очень быстро, коротким, потому что я понимаю, что ваше время очень сегодня драгоценное сегодня для нашего общества, наше время. Вот. Ну, прежде всего, вот право и закон. Вот многие говорят, да, что вот все обязаны, да, вот и так далее. Но никто не знает практически реального своего права. Но если право, у нас есть и обязанность. Согласитесь со мной, правильно? Вот. И тема сегодняшнего моего выступления – это право на получение жилья выпускникам детских домов. Я, конечно, понимаю, что вот все мне говорят, многодетные, допустим, семьи, да, условно. Я говорю, что у нас есть и дети-сироты, и пенсионеры, ветераны. И так далее, и тому подобное. Я думаю, что вы тоже со мной согласитесь. Вот. И вот у выпускников детских домов есть право получить жилье. Вот, как бы, может быть, вы будете тоже со мной согласны, это такое же, как это правосудие, да, когда молодые лица, молодые выпускники, которые покидают стены детских домов, ну, не совсем могут быть вообще социализированы в обществе. И, к сожалению, это реально. Сегодня это есть, мы видим, что многие из них заканчивают свой, как говорится, успешный выход за решеткой. Ну, будем говорить это открыто, потому что, к сожалению, это есть. Многие, да, к сожалению, по ну, таким обстоятельствам, у которых некоторых состояние здоровья не совсем хорошее. Вот. Но есть и хорошие плюсы. Вот, ну, чтобы вы понимали, почему я говорю про выпускников, потому что я сам выпускник детского дома вот, в Алма-Ате, в детской деревне я вырос. И поэтому мне вот не безразлично право наших братьев и сестер, потому что если среди нас не будет хотя бы одного лидера, тогда да, не на кого будет надеяться. И поэтому здесь социальное право, да, на получение жилья, к сожалению, отсутствует. Ну, как бы,
принципе, в законе оно есть. На практике вы, наверное, видите, да, что получают там очень маленький процент ребят. Вот. И вот наша цель, год, вот этот 2019 год, это была цель хотя бы довести до правительства, да, до местных исполнительных органов, что такое право у ребят есть. Я не могу сказать, что мы очень много квартир там ребятам, да, как это вы видели. Но я скажу вам точно, что больше 100 квартир они получили. Больше 100 квартир они получили. Буквально недавно сам президент в Алматы, наверное, видели эту новость, он вручил ключи, 51 квартира, 52 квартиры были получены. Там, ну, я не могу сказать, что это только достижение нашей ассоциации, это достижение всего общества, потому что мы постоянно пишем, говорим, и депутаты, и там, и так далее, все подключаются к этим вопросам. И вот. Ну, мы эту работу продолжим, поэтому я вот буквально просто хотел сказать, что многие из ребят приходят в центры обслуживания населения. Многие ребята сталкиваются с проблемами получения документов. Вот приходят они, сидят 3 часа в очереди. Вот пока не приедешь туда, да, в это управление, ничего там почему-то не работает, пока вот туда не придешь. Ну, мне уже не приходится скандалить, потому что работая в такой структуре, да, можно просто приезжать и говорить, почему вы, да, не выполняете свои обязанности и так далее. И поэтому я, кстати, вот вас прошу, если у вас будет тоже проблемы, вы всегда можете звонить, писать, обращаться, если вы столкнулись с каким-то вопросом, который, в принципе, палки в колеса вставляет и так далее. Вот. Второй момент. Правоохранительная ветка. Вот я уже говорил, что выпускники сталкиваются с проблемами с законом. Ну, к сожалению, сейчас мы сделали вот небольшой анализ, свой внутренний анализ. Я могу вам сказать, что исследовать, сидеть, что-то написать месяцами, годами пока не нужно. Потому что все, что на сегодняшний день мы видим, это плоды вот того времени, в котором мы жили. Вот 96-й по 2000, там, допустим, 6-й, 7-й, когда, в принципе, право детей не учитывалось. Если вы представите, да, то время, это вот 98-е, 90-е годы и так далее. Вот. Хотя в Казахстане самый лучший закон о защите прав детей. Вот среди всех в СНГ там, и так далее, в Казахстане лучшее право. Тогда Сара Алпысовна Назарбаева сама, вот, как говорится, была инициатором закона, вот, Конвенции о правах детей. Это у нас самая лучшая конвенция. Поэтому я ей благодарен, да, как бы, она леди страны, которая, в свою очередь, вот благодаря вот ей, вот, мне кажется, сегодня у нас есть вот возможность сидеть, учиться и быть, вот, выходить на мировое время и так далее. Потому что когда-то, вот, может быть, 10-15 лет назад, вот, мы могли бы не иметь такой возможности. На самом деле, я, может быть, что-то путаю, но я могу говорить об этом, потому что я сам сталкивался с этой проблемой. Вот. Ну и правосудие, да, и эффективные институты. Я очень, вот, как говорится, в тему вошел, потому что ЦУР, цель и устойчивое развитие, это очень важно. Если мы все вместе не будем, как говорится, добиваться чего-то там и идти вот в ногу со временем, тогда мы не будем достигать каких-то улучшений, да, вот. И солдат Цверкун, вам спасибо, да, вы вообще такой человек, который просто замечаете каждого лидера, да, призываете, а каждый из вот сидящих в этом зале лидер. Я понимаю, что все мы молодые, и это какой курс сидит, можно узнать просто для интереса? А? Это школа, первый курс. Вот когда вам стукнет 20 лет, вот когда вам стукнет 20 лет, может быть, сейчас кому-то из вас 20 лет, ну, у вас очень много будет мыслей, как себя реализовать. Поэтому, если что, звоните. У нас очень много идей есть.
в будущем году будет создан первый в Казахстане центр. Он будет презентован буквально в декабре. Поэтому я еще раз призываю и благодарю вас за внимание. Спасибо. Слушайте, еще буквально 20 минут, у нас два выступления. Давайте уважать наших выступающих, не уходить, не шуметь. Следующее, вот, знаете, у меня подруга увлекается астрологией. И она недавно раскладывала Наталью карты. И в Натальных картах каждого человека, как раз в каждом человеке заложена способность, он, каждый человек из нас может стать миллиардером, может стать в своем, да, то, что нравится, на своем уровне, в своей области, специалистом, известным человеком и прочее. Но почему-то есть какие-то обстоятельства, да, которые не дают реализоваться этим людям. И очень часто в нашем обществе мы сталкиваемся с неравенством в отношении социальной какой-то жизни, политической и прочее. А на самом деле все мы равны, и каждый из людей имеет право на образование, инновационные школы интернет-технологий, лидера ЦУР уменьшения неравенства, который расскажет о том, что каким образом можно сгладить эти границы, да, и сделать равные права и равные возможности для всех, для абсолютно для каждого человека. Вам слово. Выразить благодарность организаторам этого форума. Основная, если на сегодняшний день, проблема и глобальная проблема для всего мира – это сокращение неравенства внутри стран и между ними. Мы должны стремиться к равенству возможностей и уменьшению неравенства результатов. Основной задачей на пути достижения этой цели является активное вовлечение всех людей, независимо от их пола, возраста, состояния здоровья, религии или иного статуса в активную политическую, экономическую и социальную жизнь. Мы провели совместный проект с ПРОМ, где обучили 50 человек. В нашей школе, инновационной школе интернет-технологий, обучались люди с ограниченными возможностями, многодетные мамы, безработные. Мои обучавшиеся люди живут не только в больших городах, но и в маленьких селах и станциях. Мы обучаем современные востребованные профессии согласно цели ЦУР-4 «Качественное образование», новейшим навыкам, как программирование, интернет-маркетинг, SMM, контекстная реклама, Google Ads. Также вносим вклад в достижение цели 5.5 – обеспечение доступа и равных возможностей для женщин в общественной и лидерстве активного участия в принятии решений в общественной, экономической и политической жизни. Наше отличие – высокий процент трудоустройства связан с тем, что мы обучаем востребованные профессии и позволяем работать удаленно и в удобное время. На сегодняшний день мы уже обучили 200 человек из социально уязвимых слоев населения. Это люди с особенными потребностями, многодетные мамы, мамы особенных детей, тяжело больные, например, онкологии, и безработные. Также мы трудоустраиваем людей в свои проекты, таких, ну, как людей с особенными потребностями, их родителей. Вот. И как бы я бы хотел призвать всех, кто хочет бороться с какой-либо дискриминацией, неравенством, и вы сейчас, у вас есть возможность благодаря этим целям достигнуть этого и внести вклад в свое развитие общества, потому что эти цели не только, они сейчас актуальны для всего мира, потому что они специально были придуманы, потому что это ключевые индикаторы для развития любого вида человеческой деятельности. Если вам как бы это неравнодушно, мы можем вместе сотрудничать над реализацией такого решения, такой проблемы, как неравенство. Спасибо большое. У меня короткий вопрос. Рассказывал про образование.
все мы любим, да, в школе, вспомните, когда не хотим идти в школу, на учебу или сейчас в университете, любим притвориться больными. Согласитесь, но это можно сделать 1-2 раза в день. А вот представьте, когда дети, люди болеют какими-то сложными заболеваниями, и у них на самом деле есть наоборот желание учиться, но нет возможности. Такие возможности предполагает программа «Инклюзивное образование». И сейчас нам про эту программу расскажет Мархабат Рамазанова, учитель английского языка в Назарбаев интеллектуальной школы, лидер ЦУР «Образование для всех. Инклюзивное образование». Оказаться вновь в стенах родного университета. Я закончила Евразийский национальный университет в 2014 году. Прежде чем начать, я бы хотела рассказать вам, что я учусь на специальности инклюзивное образование. Это образование для всех. Неважно, какие у вас потребности, будь то проблемы с поведением, с обучением, пониманием какого-либо контекста. Образование для всех – это возможности для каждого получить качественное образование, чтобы потом быть востребованным на рынке и иметь возможность проявить себя и все свои персональные данные и индивидуальности. С одной стороны, инклюзия, я хочу вас познакомить через этот ролик. Инклюзия – это не только образование, это также помощь тем, кто в ней нуждается. Вчера у меня была потрясающая возможность участвовать в проекте «Больничные клоуны». Это ребята, которые пришли в отделение онкологическое отделение Национального центра материнства и детства, где лежат детки с онкологическими заболеваниями. В общем, пожалуйста, посмотрите этот ролик и потом расскажите, как оно. Это охват социально-бытовых каких-то решений проблем, да, там, скажем, медицинских проблем, социальных проблем в частности, то больничная клоунада это направлено именно на развлекательные мероприятия наших детей и, в частности, тех же родителей. Значит, это очень эффектная работа, потому что здесь идет контакт, общение через игру, через какие-либо представления, сценки. И ребенок, его ведущая деятельность, это игровая деятельность, очень его подкупает, там, скажем, да, если, например, цель пребывания в стационаре – это лечение, это основная цель лечения, но кроме основного лечения, как бы, да, у него бывает масса свободного времени от процедур. И если нас будут поддерживать больничные клоуны, да, в частности, приходить, развлекать, общаться, подбадривать наших детей, что... и, скажем, поддерживать его лечение, это будет очень здорово. И мы нуждаемся очень в такой поддержке.
расскажу. А это помогу. И мы очень рады, и дарим рады всем-всем-всем деткам, и надеемся, что у нас будет очень-очень много. Поэтому присоединяйтесь. Мы такая большая, огромная семья. Присоединяйтесь к нам. Особенно учитывая то, что следующий год – это год волонтерства. Эти люди, они волонтеры, а это не оплачивается, они на добровольной основе приходят и дарят детям и взрослым радость в их жизнях. Я познакомилась с Леонидой Супаевой, она возглавляет социально-психологическую помощь в отделении Национального центра материнства и детства. Согласитесь, это очень непростая работа, это эмоциональное выгорание, стресс, но несмотря на все свое желание иногда уйти и бросить, человек остается там, он продолжает работать, потому что кто-то должен это делать, Нельзя забывать о том, что у каждого у нас есть свои обязанности, responsibility, которые мы должны нести по жизни. Она инициировала много проектов, например, «Игры чемпионов». Игры чемпионов – это игры тех, кто пережил онкологию и трансплантацию органов, и теперь живет полноценной жизнью. Мне кажется, это такая инициатива, за которую стоит похлопать. Стоит сказать, что если есть ранняя диагностика онкозаболеваний, то процент выживаемости в Казахстане около 80%. Поэтому образование – это не только обучение в школе, но также возможность знать что-то раньше. Окей? Поэтому никогда не забывайте следить за своим здоровьем. И каждый из вас может быть лидером ЦУР номер 4 – качественное образование. Образование, повторюсь, это не только те, кто учится в школе, это образование, которое идет с нами от младенчества до последних дней нашей жизни. Темы, а я думаю, тоже, ребят, вас должно это мотивировать, вдохновляться на какие-то свершения, на какие-то подвиги. Ну и после качественного образования нам обязательно нужно каким-то образом реализовать себя, да, найти достойную работу, найти найти свое место в жизни. И чтобы наша работа достойно оплачивалась, мы могли реализовать свои способности и тем самым принести пользу государству, должна быть, вот, опять же, в целях устойчивого развития вот, программа, которая помогает. Это все ЦУР-8, достойная работа и экономический рост. И я с удовольствием приглашаю с выступлением сюда Эмина Аскерова, сама с ним лично недавно тоже на мероприятии познакомилась. Вдохновляюсь с людьми, которые делают очень многое, несмотря на то, что он один человек, да? Эмин, основатель школы социального предпринимательства. Встречаем. Всем добрый день. Благодарю за приглашение. Классное у нас мероприятие проходит. Я думаю, через, может быть, несколько лет вы поймете, к чему вы были причастны сегодня. Меня зовут Эмин Аскеров, являюсь социальным предпринимателем уже на протяжении последних 5 лет, решая вопрос занятости социально уязвимых категорий населения. Что мы делаем? Мы обучаем и трудоустраиваем всех тех, кто относится к вышеуказанной категории. Это бывшие осужденные, матери-одиночки, выпускники из детских домов, малообеспеченные, люди с инвалидностью всех категорий. Последние 3 года мы начинаем фокусироваться на ребятах с ментальными нарушениями здоровья, шизофрения, аутизм, умственная отсталость. И вот наша мастерская как раз таки решает эти вопросы, которые функционируют по 7 направлениям. У нас столярный цех, швейный, полиграфия, декоративное направление, сварочные услуги, войлочную продукцию производим и буквально недавно запустили выращивание грибов вешалка. Вот в рамках этих 7 направлений мы решаем вопрос занятости. Но мы поняли, что основная проблема не в столице, основная проблема не в больших городах. Основная проблема в селах и деревнях. Поэтому мы сейчас начинаем идти в регионы для того, чтобы там создавать филиалы и решать вопрос занятости. Буквально недавно я был в Карагандинской области и планируем там открыть первый наш филиал по производству эко-деревянных игрушек с вовлечением сельских жителей социально уязвимой категории. Вчера я был в Петропавловске, там тоже есть определенные проблемы социального характера, в принципе, наверное, как и в любом городе. Но как раз таки социальное предпринимательство, я считаю, это новый тренд, который может и решать вопросы, и при этом
не сильно особо ничего не просить у государства. То есть это тренд, который развивается за счет того, что мы создаем производственные мастерские, пытаемся зарабатывать эти ресурсы, аккумулируем обратно для того, чтобы расширять наши возможности и решать социальные проблемы. Ну, сразу скажу, проблем есть их очень много. Буквально недавно, знаете, ко мне пришел один мужчина, 85% ожога тела. Нету одной руки. Он работал электриком, 10 тысяч вольт, как далее, представляете, вот стал, приобрел инвалидность первой группы. Приходит ко мне и говорит: «Эмин, у меня 5 детей». Я, говорит, я не люблю жаловаться, не люблю просить. Мне реально нужна работа. В принципе, говорит, моя одна рука сейчас способна заменить 2 руки. Дайте мне какую-нибудь работу, я на машине езжу. И вы знаете, смотря на него, было очень тяжело понимать, насколько, в какой тяжелой ситуации находится этот человек. Потому что 85% ожога тела, у него все лицо в заплатках. И он говорит: уже 2 года я ищу работу, и из-за того, что моя физиономия настолько страшна, люди боятся мне давать работу, потому что, ну, я пугаю людей. Мне тоже было страшно смотреть на него, и, к сожалению, мы не смогли его трудоустроить к себе, но я смог найти ему вариант трудоустройства в другое место. Кстати, он сейчас занимается переработкой пластика, ездит на своей машине, собирает пластик. И, в принципе, успешно сейчас самореализовался. И вот таких людей очень много. Поэтому в завершении своего выступления хотел бы сказать, вы, ребят, на самом деле очень счастливые. Потому что вы сейчас имеете возможность обучаться в высшем учебном заведении. У меня в штате 42 сотрудника. Из них 37 относятся к социальной категории. В лучшем случае у них это колледж. В лучшем случае. В основном это школа 9-11 классов. Ну, чтобы вы понимали вот этот уровень. У вас есть прекрасная возможность для того, чтобы закончить высшее учебное заведение, потом трудоустроиться нормально, самореализоваться. Уехать, может быть, в другую страну, получить степень магистра, обратно вернуться и реализовать обратно себя в нашей стране. К сожалению, у тех, кто к нам, зачастую ограничены условия, очень ограничены. И вот им приходится очень долго искать себя, чтобы хотя бы элементарно найти возможность для занятости и трудоустройства. Поэтому цените то, что у вас есть, вовлекайтесь в ЦУР. Я считаю, это шикарная программа, которая может быть хорошим стартом для каждого студента, потому что если вы сейчас накопите определенный багаж своих знаний и опыта, это хорошо скажется на вашем резюме, а в дальнейшем и в трудоустройстве. Успехов! Ребят, любовь, это же шикарное чувство, правда? Вот у нас призыв делать все, любое дело с любовью, особенно с волонтерством. Ненависть, на самом деле, тоже очень хорошее чувство. Что-то можно делать, злясь на кого-то, да? Это тоже подстегивает. Знаете, самое ужасное чувство? Это равнодушие. Вот мы вас призываем не быть равнодушными, и в любом деле, вот на самом деле, волонтерство – это как раз не равнодушие. Это делать все, чтобы не быть равнодушным и на самом деле достигать своей цели, и цели не только деньги на самом деле. Вот вы сейчас увидели, что многие люди отдают свою душу и отдают очень много времени этим делам, да, потому что просто любят свое дело и потому что хотят изменить мир к лучшему. И на самом деле, еще раз призыв, мир к лучшему меняется с нас самих. И все, хочешь изменить мир, начни с себя. Если есть какие-то вопросы к нашим выступающим, если есть какие-то предложения, если есть какие-то, может быть, высказывания, может, мысли, идеи, вы можете высказаться, да, у нас есть или жена. Может быть, есть вопросы к спикерам. Хорошо, надеюсь, переваривать. Спасибо, Селя, вы замечательно вступили на этот ДИКС. Я думаю, что у нас будет еще возможность не раз встречаться в этой аудитории. Я думаю, что мы сегодня сумели все-таки оставшейся аудитории зародить, оставить вот это семя того, что мы можем. Это самое главное. Когда у человека есть эта вера, если он стремится поменять себя и свое окружение к лучшему. Мы с вами тогда одна большая, солидная, красивая команда. И у нас есть возможность сегодня наших 5 сегодняшним нашим спикерам, лидерам ЦУР, хотели бы вручить сертификаты при ваших бурных аплодисментах. И все-таки зайдите на его страничку, он всегда ведет прямые репортажи, очень интересные, рассматривает складывающиеся, скажем так, ситуации, когда не все правильно по правам, да, по несправедливости, и как он их помогает
вселять в людей веру и помогать им решать эти вопросы. Заходите к нему на аккаунт. Спасибо. По цели номер 14 сохранения морских экосистем Асель Баймуканова. Асель, огромное спасибо, что вы приняли наше предложение и оказали нам честь быть первой команде, и слово сегодня ценно Асель сказала, быть первой команде тех, которые призывают нашу экосистему. Вы сегодня впервые услышали это слово, экосистемы морей и океанов. Вроде бы это так далеко, и через Аселью вы узнали, это как близко, и какой он хрупкий. И нужно действительно с любовью сохранить нашу экосистему, нашей страны и планеты. Еще раз огромное спасибо. Следующий сертификат подтверждает, что Амир Сулейменов номинирован на статус лидер ЦУР номер 10 уменьшения неравенства. Мы его называем нашим золотым мальчиком. Почему он золотой? Потому что он хочет всем донести добра. У него огромное золотое сердце. Он не смирился с тем, что у него такое случилось. Это парень, который великолепно учился в школе. Претендовал Назарбаев интеллектуальной школе. Ехал на Олимпиаду, и вот такое случилось. Но не сдался. Не сдался благодаря своей замечательной маме. Потому что у него самого дух такой. И более того, видите, как он реализуется, что создает вот такие школы. Создал школу, IT-школу непростую. Почему? Он понимает, что не всегда могут все приехать учиться, не всегда все могут получить знания, потому что есть много ситуаций, много таких моментов, которые могут быть служить барьерами. И эти барьеры все он снимает только одним движением. Чего? Компьютерной мышки. Дает великолепное образование, и вы можете быть узнаваемым на весь мир, потому что вы проходите это образование и получаете навыки, компетенцию, чтобы быть завоевателем этого мира. Огромное спасибо! Так, 80% трудоустройства, согласитесь, даже ВУЗ такие вещи не дает. Да, я Лена Тарутаевна пригласила, потому что она координатор нашей этой замечательной программы. С каждым лидером ЦУР она на контакте, каждому является ментором. И я очень надеюсь, что вы тоже будете в будущем пополнять наши ряды наших лидеров. Следующий. Цель номер 4. Качественное образование. Мархабат Рамазанова. Я как раз хотела сказать, я слышала, как делался вот этот ролик, который вам показали. Вы обратили внимание? Она сказала, мы вчера были в больнице. Они были вчера в больнице и ночью монтировали этот ролик, чтобы вам показать. И у Мархабат это одно из первых выступлений. И мне кажется, в ее выступлении было столько обаяния, чувственности, нежности. Я думаю, что через вот такие качества лидеры ЦУР могут приобщать людей и обратить внимание на непростую тему, как инклюзивное образование. Образование, когда доступ ко всему. Поэтому видите, какие наши лидеры ЦУР? Самые разные, самые простыми проявлениями человеческих качеств. И здесь не обязательно быть, вот, как говорят, сразу демонстрирующие явные лидерские качества, громкий голос. Вот все, да? Сегодня были все наши лидеры ЦУР, и они рассказывали то, чем они живут. Что их в этот момент занимает, и как они хотят поменять мир. Я думаю, что это самое ценное, что сегодня мы смогли вам продемонстрировать и показать. Я поэтому безмерно благодарна нашим лидерам ЦУР, что они были прежде всего самим собой. Можно я раскрою секрет? Это моя дочь. Конечно, мама не могла не погордиться своей дочерью. Давайте поаплодируем. Цель номер 8. Достойная работа и экономический рост. Эмин Аскеров. Не могу не удержаться, сказать несколько добрых слов об Эмине. Он сегодня так быстро-быстро рассказал. А вы знаете, я вчера ему позвонила, он был уже в Петропавловске. Он действительно приглашается во все регионы. Молодой человек, который в один день решил,
что он должен помогать всем тем, кто сегодня, к сожалению, не всегда может получить помощь ни от государства, ни от других людей. Но его пример заразителен. Я сейчас понимаю, какую он классную закладывает основу для нашей страны, для темы «Социальное предпринимательство». Вы его тоже еще не слышали. Вот буквально должно было быть 4 декабря первый форум социальных предпринимателей. То есть все, что он сейчас рассказал, открытые школы, мастерские. Чего не хватает? Люди есть, но не хватает ресурсов, чтобы такие мастерские открыть, лаборатории, вернее, оборудование туда оснастить и так далее. А кто их может дать? А есть люди, которые могут это сделать, но и на них надо им рассказать и показать. Поэтому Имин это делает. Я бы очень хотела, чтобы вы тоже, окончив, как экологи в душе, которые помогают экосистему страны выстраивать, это не обязательно чисто с точки зрения экологии, а экосистему отношений, добрых отношений между людьми, понимания, поддержки, здесь становиться таким, как Имин, команду этих людей восполнять. Потому что менять людей и менять отношения людей к тому, что можно лучшую среду создавать и лучшую страну, это реально на примере социального предпринимательства. Еще раз огромное спасибо им за вот этот дух, за эту веру в людей и за то, что так можно действительно максимально много помочь нашей стране тем, кто его ждут. То есть в каждом уголке, в каждой области, в каждом городе ждут такую инициативу от Имина и те, кто в этом нуждается, и те, которые могут в этом помочь. Это самое главное. Спасибо. Даже в других странах. Где его ждут с его опытом? Да. Спасибо. Спасибо, я вас перебила. Да, Лизат Кожетаевна недавно мне говорит, когда мы формировали лидеров. Естественно, Лизат Кожетаевна посмотрела всех. Какие же молодые люди, которые мы могли бы пригласить, и которые точно бы сказали, так это наше дело. Мы вместе можем с вами улучшить нашу страну. И поэтому Имин тоже огромное спасибо, что поддержали. Спасибо Хабат, спасибо Рафаэлю, спасибо еще Амиру. Есть. Спасибо. Еще есть. Да. Ага, хорошо. У вас есть еще по цели номер 17, недавний выпускник Евразийского национального университета, сейчас директор департамента международного сотрудничества секретариата G-Global Алишер Акаденов. Да. Вот этот замечательный наш парень, который... Вот сегодня, в 2 часа, когда вы придете в большой зал, там будет подключены одновременно 8 стран. И они будут приветствовать вас, дорогих студентов Евразийского университета. И это вот организовал технически, со всеми вступил в переписку. И чтобы одна из первых, кто приветствует 2 часа нашу аудиторию, это будет главный посланник ООН по молодежи. Как ее зовут? Саят Малик Романаяки. С которой он на контакте, с которой он на переписке. Вот такой замечательный парень, выпускник этого университета, вот таким образом покоряет мир. И мир узнает, благодаря таким молодым людям, наших молодых казахстанцев. Спасибо, Грамин. Один из тех, кто помог это все организовать, и мы очень надеемся, что такие форумы, они будут больше организованы. И мы, вот Лизат Кожетаевна на своем выступлении тоже говорила, мы продумали, чтобы вас всех вовлечь, вот нашу команду, как мы говорим, обратить нашу веру, мы решили организовать конкурс. И этот конкурс будет идти как минимум у нас, да, по нашим срокам 5 месяцев. И мы надеемся, что с вами и с вашими сокурсниками мы еще раз встретимся на площадках наших, где мы будем приветствовать наших лидеров. У нас есть что еще сказать? Я хочу, чтобы вы учили все-таки Асхату. Сотрудничаем. Да. Да, вот такой парень молодой. Ему нет тоже еще 30. Асхат Сулейменов. Есть. Ну что ж. Вы знаете, я немного хотела сказать, у него, он, к сожалению, пока не одел свой значок. Он 4 года тому назад стал депутатом районного маслихата. А почему он стал? Здесь есть село Арнасай, где с населением он работает, помогает популяризировать среди них зеленые технологии. Он организатор многих-многих форумов, конференций, и они нацелены на то, чтобы людям дать дополнительные знания и компетенции. И он с этим очень великолепно справляется. Он
он исполнительный директор коалиции за зеленую экономику и развитие G-Global, самой зеленой и пока единственной общественной организации Казахстана. И я очень горжусь, что он, такой молодой человек, после вуза, пришел к нам в команду, не в бизнес, никуда пошел, а именно неправительственный сектор. И смог в неправительственном секторе реализоваться. Это, наверное, очень важно, когда в неправительственный сектор приходят такие одаренные молодые ребята, потому что здесь больше отдаешь, чем получаешь. Для того, чтобы были рабочие места, зарплаты. Мы столько пишем проектов, столько их защищаем. Потому что у нас нет того, чтобы произвел продукцию, продал, и у тебя денежные потоки. Мы обращаемся за грантами, чтобы, получив эти ресурсы, помогать меняться нашему миру к лучшему. Поэтому, Асхат, огромное спасибо, что огромное нам тут плечо. Человек, который реально своим примером и тем, что организовывает работу офиса, действительно создает условия, чтобы мы могли вместе менять этот мир к лучшему. Спасибо. Да, спасибо, Лиза Тверстайна, что настояли. Это очень правильно, он скромничает, потому что он всегда привык быть на вторых ролях. Но сегодня я очень горжусь, что он будет выступать и всему миру говорить о том, какая сегодня казахстанская молодежь. И что казахстанской молодежи будет по плечу реализация повестки мира, которую приняли до 2030 года. Лизат Кожетаева, есть что сказать, да, у вас? Я хочу два слова сказать про Салтанат Беркулну. Вы видите, она горизонтальный такой лидер. Она вот всю сессию простояла, можно сказать, на ногах. Все время хотела вам, да, через сердце свое донести то, чем мы живем. Салтанат Беркулна – доктор экономических наук. Работала в большом квазигосударственном секторе, работала в директорате Экспо и так далее. То есть очень много таких должностей занимала, самых высоких, в предпринимательстве, в бизнесе. И пришла именно в общественное поле, потому что здесь человек может сам себя реализовать. Вот здесь нет никаких границ. Да? Мы творим то, что мы сами себе придумали. Придумали форум сельских женщин, реализовали. Придумали общественный институт ЦУР, лидеры ЦУР 2030, это делает. Поэтому работа в общественном секторе, она такая, знаете, творческая и очень хороша для самореализации. Я сама тоже 25 лет отработала в системе образования, пришла в систему НПО, потому что здесь я вижу, что можно самореализоваться. Вы можете работать где-то и быть еще общественно полезным, как это делает Насель, как делает вся наша команда. Поэтому спасибо, Салтанат Беркулна, что были с нами. Сначала сама душой переживали за все. Поэтому я думаю, что вы про нее тоже должны знать, и давайте ей тоже поаплодируем.